Ученые обнаружили нечто похожее на Атлантиду возле Австралии. Некогда существовал целый континент, который теперь находится под водой. Вот что с ним произошло. Около 70 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, существовал огромный массив Земли под названием Сахул. Он находился в юго-западной части Тихого океана. Этот древний суперконтинент соединял то, что мы сейчас знаем как Австралию, Новую Гвинею, Тасманию и острова Ару в один гигантский кусок суши. Представьте себе пышные тропические леса, окруженные красивыми горами. Самые высокие горы Сахула находились в высокогорьях Новой Гвинеи, с вершинами достигающими высоты 4000 метров. В этом прекрасном месте обитали самые разные уникальные животные, большинство из которых были сумчатыми. Но тогда это были не только коалы и кенгуру. Сахул был наполнен разными видами травоядных, землероек, падальщиков и хищников. Здесь обитали огромный дипротодон, мощный охотник тилаколио и ужасающее мегалания. Существо, которое намного больше любого сегодняшнего живого ящера. Это было уникальное место, потому что остальной мир в то время был заполнен плацентарными животными – волками, слонами и людьми. В Сахуле единственными нормальными млекопитающими были летучие мыши и грызуны. Но не все его части были одинаковыми. Регионы Тимор, Арафура и Карпентария были покрыты саванной и сухими лесами. Это было похоже на современную Австралию. Жаркие пустыни с кустарниками, степями и лесами умеренного пояса на восточном побережье. В то время люди мигрировали по всему миру. Они совершили невероятное путешествие из Юго-Восточной Азии в Сахул и впервые прибыли сюда в период от 60 до 45 тысяч лет назад. В основном они путешествовали пешком, а море пересекали на бамбуковых плотах и простых лодках. Люди прибыли туда с древнего материка под названием Сунда, который включал части Юго-Восточной Азии. Они путешествовали через серию островов, известных как Уалесия, и в конечном итоге расселились по Сахулу. И это было не маленькое путешествие. Сахул был огромен, около 10,5 миллионов квадратных километров. Это больше, чем США или Канада. Он простирался от экватора до южной части Новой Зеландии. Итак, они прибыли в то, что сейчас называется Австралией, и стали первыми людьми Австралии. Ученые полагают, что на Сахуле жило около 500 000 человек. Исследователи обнаружили наскальные рисунки, которым около 40 тысяч лет. Это сцена охоты, изображающая аноа, или миниатюрного буйвола перед фигурами людей и животных. Исследователи пытаются понять, как первые поселенцы перемещались по Сахулу и где мы можем найти археологические свидетельства их пути. Для этого они создали модель эволюции ландшафта. Моделирование показало, как Сахул изменялся между 75 тысячами и 35 тысячами лет назад. Оно определило потенциальные маршруты миграции и места археологических раскопок. Люди, вероятно, путешествовали вдоль побережья и рек. Но как Сахул оказался погруженным в воду у побережья Австралии, подобно мифической Атлантиде? Во время последнего ледникового периода большая часть воды на Земле была заперта в огромных ледяных щитах и ледниках. Уровень моря был намного ниже, чем сегодня. Затем глобальная температура повысилась, ледяные щиты растаяли, и уровень моря поднялся, затопив сухопутные мосты, которые когда-то соединяли разные части Сахула. Около 8 тысяч лет назад Новая Гвинея отделилась от материковой Австралии, а потом около 6 тысяч лет назад то же самое произошло с Тасманией. Но благодаря новым технологиям мы все еще можем исследовать подводные части Сахула. Водолазы исследуют и собирают образцы прямо со дна океана. Подводные дроны могут добираться до мест слишком глубоких или опасных для изучения человеком. А с помощью эхолокационного картографирования ученые создают карты океанского дна. Это как использовать эхо, чтобы увидеть, что находится под водой. Звуковые волны отражаются от морского дна и возвращаются обратно, помогая нам создать картину того, как оно выглядит. Глубоко под водой археологи нашли каменные орудия и другие артефакты. Они также обнаружили окаменелости животных, таких как дипротодон и тилаколио. Изучая подводный рельеф Сахула, они узнали о древних реках, озерах и береговых линиях, существовавших во время ледникового периода. Но Сахул не единственный подводный континент.
Да, Сахул – не единственное скрытое сокровище Юго-Восточной Азии. Взять хотя бы Сундаланд – место, состоящее из Суматры, Явы, Борнео и некоторых других островов. Во время ледникового периода это место было огромным, но сейчас оно почти полностью под водой. Почти, но не до конца. Части над океаном изобилуют жизнью. Если вы любите птиц, загляните сюда. Здесь обитает почти пятая часть всех видов птиц мира. Среди пышных лесов можно увидеть таких красочных птиц, как ястреб Явы и скворец Бали. Здесь также обитает четвертая часть всех видов рыб земли. Воды Сундаланда являются настоящим раем для морских обитателей, даже для самых экзотических животных, таких как азиатские араваны. Это также сокровищница цветов. Именно здесь можно найти рафлезию и титанический арум, самые большие цветы в мире. Это делает Сундаланд очень похожим на Зеландию. Длинный узкий участок суши размером примерно в половину Австралии. Она откололась от Антарктиды около 100 миллионов лет назад. Так же, как и Сундаланд, она не полностью находится под водой. Ее 7% остались выше уровня моря. Этот торчащий маленький кусочек, то, что мы теперь называем Новой Зеландией, а также островом Стюарт и несколькими меньшими островами. Эти части Зеландии пышные и теплые. Здесь много вулканов, горных хребтов, красивых природных гейзеров и горячих источников. Местные жители Маори используют горячие источники для приготовления пищи. Люди кладут кукурузу, яйца и овощи в корзины и опускают их прямо внутрь. Иногда они готовят еду в яме-печи, используя раскаленные камни. Еще один скрытый мир известен как Арголанд. Эта загадочная земля когда-то была частью Австралии, еще во времена динозавров. Она десятилетиями сводила ученых с ума. Они знали о его существовании, потому что он оставил огромный участок на древнем морском дне – абиссальную равнину Арго. Около 155 миллионов лет назад он откололся от Австралии, сказав ей «прощай». Континент дрейфовал куда-то на север, а когда достиг Юго-Восточной Азии, просто исчез. Ученые не знали, куда он делся, но недавно наконец-то нашли его останки. Оказывается, нижние части несчастного Арголанда начали тонуть в зондском желобе, пугающе глубокой океанической впадине. Земная кора погрузилась в мантию. В то же время верхние части Арголанда были вытолкнуты вверх, захватив с собой молодые породы на суше. Из-за этого Арголанд распался на множество мелких частей. Эти части сформировали части Борнео, Явы, Сулавеси и других регионов. Остатки похоронены под Индонезией и Мьянмой. Представьте себе громадный массив суши размером с Гренландию – Великая Адрия. Ее путешествие началось около 240 миллионов лет назад, когда она откололась от суперконтинента Гондвана. Она начала двигаться на север и спустя 100 миллионов лет наслаждения теплыми морями внезапно врезалась в Европу и разбилась на куски. Большинство этих кусков ушло глубоко в мантию земли, но некоторые стали частью горных хребтов, таких как Альпы. Сегодня остатки Великой Адрии разбросаны более чем по 30 странам, от Испании до Ирана, поэтому их так сложно искать. Сейшельские острова когда-то также были частью Гондваны. Да, эти идиллические острова находятся на вершине древнего континента. Мы многое знаем о нем благодаря его завораживающим гранитным выступам. 100 лет назад Альфред Вегенер открыл дрейф континентов, но никто ему не поверил. Эти гранитные выступы помогли ему доказать, что он не сошел с ума и что тектонические плиты действительно движутся. Сейшельские острова откололись от Индии и Мадагаскара и в конце концов стали одиноким уголком в Индийском океане. Это, вероятно, произошло из-за чрезвычайно активных вулканов в Деканских трапах. Но сейчас на островах обитают уникальные виды животных как на суше, так и в коралловых рифах поблизости. Мавритания отделилась от Индии после вымирания динозавров. В своем пути она растянулась в длинную лентообразную форму, а также распалась на части. Сейчас все это разбросано под Индийским океаном. Ученые наткнулись на эту затерянную землю, изучая крошечные древние кристаллы, называемые цирконами. Они словно капсулы времени. Их возраст составляет от 660 миллионов до 2 миллиардов лет. Это даже старше самого Маврикия. Эти древние кристаллы намекнули, что где-то поблизости есть еще одна Атлантида.
Оказывается, по всему миру есть скрытые континенты, и, возможно, в будущем мы откроем еще не один. Эти темные пятна на ледяном покрове Гренландии не просто старые пятна. Каждое лето лед, который обычно бывает ярко-белым, в некоторых местах становится мутно-серым. Эта так называемая темная зона долгое время была большой загадкой, пока некоторые исследователи не обнаружили, что это странное превращение связано с появлением водорослей красного, зеленого и коричневого цветов. Самое страшное, что цветение водорослей продолжает расти. Темная зона становится все темнее, и в ней могут появиться микробы. Так что остальному миру стоит задуматься. Гренландский ледяной щит похож на огромное ледяное одеяло, которое покрывает около 80% острова. Он настолько толстый, что содержит около 8% запасов пресноводного льда в мире. В течение большей части года лед выглядит как огромный нетронутый белый лист, простирающийся над землей. Но когда наступает лето и температуры начинают расти, все начинает меняться. Лед тает, обнажая скалистые участки вдоль побережья. И по мере продвижения дальше, вглубь острова, этот когда-то гладкий белый лед становится темнее. Эта темная зона охватывает территорию длиной около 400 километров и шириной до 100 километров. Такое странное явление происходит в основном по двум важным причинам. Первое – это черный углерод. Так же, как пыль, которая накапливается на вашей книжной полке, лед в Гренландии сталкивается с такой же проблемой. Ветер приносит в этот ледяной район смесь пыли и сажи. Но в отличие от вашей книжной полки, вы не можете просто протереть его тряпкой. В случае с Гренландией эта грязная смесь оседает на льду и остается там на тысячи лет. Итак, темная зона в основном покрыта тонким слоем пыли, накопившейся со временем. В 2014 году исследователи проанализировали эту смесь и обнаружили, что темные области льда заполнены черным углеродом. Конечно, он не появился просто из ниоткуда, хотя можно сказать, что и так. Ученые полагают, что в основном он образуется из дыма от лесных пожаров на севере Канады и Аляски. Как вы уже догадались, черный углерод имеет черный цвет, поэтому лед выглядит темнее. Вторым важным фактором летнего изменения ледяного покрова Гренландии являются вышеупомянутые водоросли. В основном мы говорим о двух их видах – Анцелонима аласкана и Анцелонима норденшельда. Оба они любят холодные воды. Зимой они спят в глубине льда. Но когда наступает весна, они начинают медленно мигрировать на поверхность. К наступлению лета они готовы к цветению и впитывают почти 24 часа солнечного света в день для фотосинтеза и роста. Обычно эти водоросли зеленые, но под воздействием солнечного света они становятся коричневыми, защищаясь от вредных ультрафиолетовых лучей. Именно благодаря этому изменению цвета лед в Гренландии выглядит темнее. До сих пор это было нормальным поведением. Что действительно вызывает тревогу, так это то, что цветение водорослей с каждым годом становится все больше и больше. Это происходит потому, что они процветают за счет фосфора, питательного вещества, которое в изобилии поступает из минерала под названием гидроксилапатит. Этот минерал содержится в породе, которая распадается на мельчайшие частицы пыли, разносимые ветром по льду. По мере потепления климата камни становятся все более сухими, а сильные ветры уносят больше пыли. Больше пыли означает больше фосфора, что приводит к большему росту водорослей. Понимаете, это замкнутый цикл, который с каждым годом становится все хуже. Его изучение является ключевым для понимания, почему темная зона продолжает увеличиваться. С 2000 по 2012 год ее размер увеличился на 12%. Но вы можете задаться вопросом, почему это должно нас волновать? В конце концов, просто лед становится темнее, верно? Ну, не совсем. Подумайте о том, как вы не выносите носить черную одежду в жаркий солнечный день. Она впитывает тепло и заставляет вас чувствовать себя, как на сковороде. Это потому, что темные поверхности поглощают больше солнечного света. То же самое происходит и со льдом. Пыль, черный углерод и цветение водорослей отвечают примерно за 70% колебаний альбедо гренландского ледяного щита. Альбедо – просто модное слово, обозначающее отражающую способность поверхности. Если взять две поверхности, одну белую и блестящую, а другую темную и шероховатую, то белая будет отражать много света и тепла, что даст ей высокое альбедо.
Темная, напротив, будет поглощать больше света и тепла, поэтому ее альбедо будет низким. Летом у гренландского ледяного щита снижается альбедо. Это означает, что лед поглощает больше солнечного света. А когда лед поглощает больше солнечного света, он тает быстрее, чем должен. Вот почему понимание того, что происходит в темной зоне, так важно. Оно помогает предсказать, как быстро тает гренландский ледяной щит и как это может повлиять на остальной мир. Ледниковый щит Гренландии является вторым по размеру в мире. Его площадь примерно равна площади всей территории США к востоку от реки Миссисипи. И его огромная масса льда в среднем достигает толщины 2,5 километров. К сожалению, потеря льда резко возросла. В 90-х годах Гренландия теряла около 25 миллиардов тонн льда в год. Теперь она теряет около 234 миллиардов тонн в год. Это почти в 10 раз больше льда, тающего каждый год. По данным НАСА, если весь ледяной покров Гренландии растает, это повысит уровень мирового океана приблизительно на 7,5 метров. Это может стать катастрофой для прибрежных стран и городов по всему миру. Нидерланды могут быть затоплены, Багамские острова могут быть почти полностью уничтожены, и многие острова Филиппин окажутся под угрозой исчезновения. Все это может показаться далекой реальностью, и верно то, что большинство ученых считают, что для полного таяния ледяного покрова потребуется несколько сотен или даже тысячи лет. Но важно знать, что Гренландия не всегда была покрыта этим толстым слоем льда. Совсем недавно исследователи внимательно изучили осадок со дна ледяного керна глубиной 3 километра, извлеченного из центра Гренландии. Они обнаружили в почве следы ивовой древесины, части насекомых, грибов и даже семян мака. Таким образом, эти окаменелости – первое прямое доказательство того, что ледяной щит Гренландии растаял в недавнем геологическом прошлом около 400 тысяч лет назад. В то время Гренландия была домом для зеленой тундры с насекомыми и растениями. Это открытие одновременно восхищает и пугает, поскольку показывает, что ледяной щит разрушался и раньше, может быть более хрупким, чем изначально предполагали ученые. Есть и другая причина для беспокойства. В ходе недавнего исследования была собрана талая вода из разных мест гренландского ледникового щита. И оказалось, что в образцах воды содержатся сотни и тысячи микробов. Опасение заключается в том, что в будущем они могут попасть в океан. А некоторые исследования уже говорят о том, что в районах, где много ледниковой талой воды, повышается риск перехода вирусов к новым хозяинам, например, от животных к людям. Хотя эксперты считают, что вероятность появления вируса судного дня из ледников очень мала, она все же не равна нулю. Мы мало что знаем о тысячах видов микроорганизмов, живущих на поверхности льда, и нам просто не хватает данных, чтобы полностью понять, насколько опасными они могут быть. Все это может звучать тревожно, но паниковать рано. Мы еще многого не понимаем в том, что приводит к потемнению гренландского ледяного щита. Нам по-прежнему необходимы более детальные измерения относительного количества пыли, водорослей и черного углерода, а также лучшее понимание того, как эти потенциально опасные микробы могут повлиять на нашу жизнь. Чем больше мы узнаем, тем лучше сможем предсказать, что произойдет и как к этому подготовиться. По словам ученых, территория под названием Айсландия между Гренландией и Скандинавией когда-то занимала площадь более 600 тысяч квадратных километров, а сейчас находится под водой. Миллионы лет назад все континенты на Земле составляли сверхконтинент, известный как Пангея. Нынешний регион Северной Атлантики был сушей от 335 миллионов до 175 миллионов лет назад. Долгие годы ученые считали, что Атлантический океан возник, когда примерно 200 миллионов лет назад Пангея начала раскалываться. Исландия, как полный вулканов остров, возникла всего 60 миллионов лет назад, отделившись и отплыв от остальных земель. Наша планета разделилась, как большая пицца. Земли разделились на большие и маленькие кусочки, и образовались континенты, которые мы знаем сегодня.
Но новая теория предполагает, что в результате раскола Пангеи осталась часть суши, которая простиралась примерно на 320 километров. И всего около 10 миллионов лет назад этот участок Земли погрузился в воду с восточной и западной сторон, оставив кусочек суши, который мы знаем как Исландия. При движении тектонические плиты давят друг на друга, что формирует ландшафт, а все благодаря мантии. Эта новая радикальная теория идет вразрез со всем, что написано в книгах по истории и во что верили ученые. Сначала многие отнеслись к ней скептически. Но после анализа океанского дна в районе Исландии и земной коры теория уже не кажется такой надуманной. Кора под Исландией оказалась намного толще, чем в других местах. Океаническая кора состоит из уникальных по сравнению с земной корой расплавленных и застывших пород, и она намного плотнее. Самый тонкий слой земли – это кора, где происходит жизнь. Она необходима для воды, выращивания продуктов питания, добычи природных ресурсов и минералов, а также для выработки кислорода. Кора уходит под воду до самой земной мантии. А еще она обновляется, так как постоянно перерабатывается в мантию и обратно. Вот почему породы в океанической коре имеют толщину около 40 километров по сравнению с 8 километрами в любом другом месте. Это также объясняет скопление вулканов. Магнитные съемки океанского дна показывают слои расплавленной коры в форме полос. Магнитное поле Земли меняло свою полярность на протяжении миллионов лет, что сыграло роль в формировании основ ландшафта. Однако пока нет конкретных доказательств, которые бы подтверждали эту новую теорию. Один из первых шагов – начать копать дно океана вблизи Исландии. Циркон – очень прочный минерал, который может сохраняться миллиарды лет, несмотря на эрозию земной коры. Взяв образцы и изучив их, исследователи смогут оценить геологический возраст континентов и точно сказать, идет ли речь об океанической или обычной континентальной коре. Однако это совсем не быстрый и весьма дорогой проект. Другой способ – проводить сейсмические исследования, замеряя эхо, издаваемых судами сигналов. Бурение скважин на многие километры вглубь земной коры тоже может помочь в исследовании. Но это еще дороже, чем изучение циркона. Окаменелые растения, уникальные и для Скандинавии, и для Гренландии, могли бы доказать, что Исландия когда-то находилась на поверхности, и на ней даже росли деревья. Это была не такая холодная земля, как сегодня, так что, возможно, там и правда были леса. Но ученые до сих пор не нашли окаменелости животных, распространенных на обеих землях. Что ж, время покажет! Кстати, теория заходит еще дальше, предполагая существование большой Исландии. Исландия, Ирландия, Великобритания, Скандинавия и Гренландия на одном микроконтиненте могли бы стать популярным туристическим направлением для любителей зимы и катания на лыжах. Можно было бы соединить Канаду с большой Исландией через океан поездом, что еще больше улучшило бы экономику. Исландия занимает площадь около 103 тысяч квадратных километров, что уже немало. И если бы большая Исландия существовала сегодня, то Европа была бы совершенно другой. В мире есть много теорий и о других возможных скрытых микроконтинентах. Ученые не уверены в существовании Исландии. Но если бы все исследования были проведены правильно, то теория могла бы изменить все, что мы знаем об Исландии и северной части Атлантического океана. И это могло бы проложить путь для исследования других ушедших под воду микроконтинентов. Например, есть теория, что Новая Зеландия — это оконечность затерянного субконтинента, даже большего, чем Исландия, под названием Зеландия. Исследование показывает, что она отделилась от суперконтинента Гондвана между 79 и 83 миллионами лет назад. Ученые утверждают, что это самый тонкий и молодой континент, обнаруженный под водой — кротон. Это порода, которая служит главным фундаментом большинства континентов. Ей по меньшей мере миллиард лет, но континентальная кора, составляющая Зеландию, состоит из этой породы только наполовину, что делает ее довольно молодой. Части кротона не хватает, хотя он все же удерживает вместе остатки более древних пород и частей мантии. Их возраст оценивается в 2,7 миллиарда лет.
Ученые исследовали кристаллы циркона из Новой Зеландии и выяснили, что им всего 1,3 миллиарда лет. А остальным континентам более 3 миллиардов лет. Специалисты изучили состав горных пород на дне океана вокруг Новой Зеландии. Они состоят из кремнезема и гранита, которые встречаются в континентальных корах. Дно океана в основном состоит из пород, богатых магнием и железом. Также кора в этом районе толще, чем в других местах поблизости. Специалисты собрали магнитные и топографические данные, чтобы найти связь между Тасмановым и Коралловым морями в районе жёлоба Катона. Это узкая полоса между Зеландией и Австралией. Данные со спутников помогли отследить крошечные разломы в земной гравитации и нанести на карту кору океанского дна в этом районе. Ученые отчетливо увидели массу, которая составляла Зеландию, и она оказалась практически размером с Австралию. Но все эти признаки пока ничего не доказывают. Возможно, существует множество микроконтинентов, которые разделились, когда произошло отделение Австралии от Гондваны. В то время суперконтинент состоял из Южной Америки, Антарктиды, Австралии, Зеландии, Аравии и Индийского субконтинента. Континентальная кора здесь отличается от окружающей ее океанической коры. Новая Зеландия не такая большая, но если теория верна, Древняя Зеландия была в 6 раз больше. Маврикий – молодой остров, которому всего несколько миллионов лет. Считается, что этот маленький остров, расположенный в 1900 километрах от побережья Африки, возник около 9 миллионов лет назад. Подводные вулканы в этом регионе извергли столько лавы, что она образовала сушу. Но ученые обнаружили в породах циркон, которому более 3 миллиардов лет. Так что Маврикий может быть частью ушедшего под воду континента под названием Маврикия, размером с четверть Мадагаскара. Циркон находился и в твердых породах, а не только в песке. Это исключает возможность того, что его просто вынесло на берег. Некоторые ученые полагают, что обнаружение нетипичных пород может склонить научное сообщество к этой теории. Но точно так же, как Айсландия могла быть частью Большой Айсландии, Маврикия когда-то называлась Родинией и состояла из Индии и Мадагаскара. Теории предполагают, что Маврикия ушла под воду, когда Индия отделилась от Мадагаскара примерно 85 миллионов лет назад. В конце декабря 2021 года подводный вулкан с довольно экзотическим названием Хунга-Тонга проснулся после нескольких лет сна. Он сделал это с такой энергией и силой, что люди услышали извержение практически в 200 километрах отсюда. Затем он снова заснул, но через пару недель проснулся с силой, в 7 раз превышающей первый раз. Оно разорвало находящийся над ним остров на две части. Гроза, начавшаяся из-за извержения, была самой интенсивной за всю историю наблюдений. Звуковые волны от извержения обошли планету несколько раз. Кто-то даже услышал громкий взрыв от него на Аляске на расстоянии 10 тысяч километров. Извержение вызвало первый известный мега-цунами с древних времен. Это цунами унесло жизни 2 человек в Перу и доставило неприятности 2 рыбакам в Калифорнии. Но это еще не все. Это извержение может изменить погодные условия на Земле на многие годы. Первое доказательство можно было увидеть летом 2024 года, которое было гораздо более влажным, чем обычно. Ученые считают, что извержение было вызвано скоплением газа до критической точки. Различные минералы, включая ангидрит, кварц и сульфиды, накапливались в течение нескольких месяцев, пока они перекрыли пути потока и не запечатали газ внутри Хунга-Тонга. Обычно, когда извергается вулкан, пары вызывают на поверхности Земли временный охлаждающий эффект. Но извержение Хунга-Тонга было другим. Оно не произвело много паров, но выбросило огромное количество водяного пара, примерно равное 60 тысячам олимпийских плавательных бассейнов. Интенсивный жар извержения превратил огромное количество морской воды в пар, который затем выбросился высоко в атмосферу. Весь этот водяной пар попал в стратосферу, слой атмосферы, слишком сухой для образования облаков или дождя. У ученых нет наблюдений за извержениями вулканов, подобных Хунга-Тонга, чтобы предсказать их влияние на наши погодные условия. Они также не могут точно сказать, как долго эти эффекты могут длиться. Это связано с тем, что единственным способом измерения водяного пара в стратосфере являются спутники, которые существуют только с 1979 года. А за это время не было ни одного извержения, подобного Хунга-Тонга.
Эксперты из разных стран начали анализировать спутниковые данные сразу после извержения Хунга-Тонга. Им было важно выяснить, как долго водяной пар будет оставаться в стратосфере, куда он попадет и, что самое важное, что это будет означать для планеты. Первым значительным результатом извержения, по крайней мере, частично стала огромная дыра в стратосфере, которая сохранялась на протяжении нескольких месяцев в 2023 году. К тому времени, когда она образовалась, водяной пар достиг полярной стратосферы над Антарктидой. В последующие годы водяного пара будет недостаточно, чтобы расширить эту дыру. Похоже, что Хунга-Тонга окажет лишь минимальное влияние на среднюю глобальную температуру. Но есть и неожиданные, долговременные региональные последствия. Одна из научных моделей предсказывает более холодные и влажные зимы для Северной Австралии примерно до 29 года. В Северной Америке прогнозируются более теплые зимы, а в Скандинавии более холодные. Однако это лишь одно исследование и один из подходов к пониманию того, как извержение вулкана Хунга-Тонга может изменить нашу погоду. В истории есть как минимум один пример, когда извержение вулкана изменило мир. Более двух веков назад, в 1815 году, произошло извержение вулкана Тамбора, вызвавшее год без лета. В следующем году зима в Европе и Северной Америке была необычайно холодной и влажной. Недавнее исследование подтверждает, что 1816 год не был бы таким холодным без извержения вулкана. Непосредственные последствия извержения были катастрофическими. Цунами разрушило дома, унесло 10 тысяч жизней, а еще 80 тысяч заболели. Извержение горы Тамбора было одним из самых мощных за последние тысячу лет. Оно выбросило огромное количество диоксида серы в стратосферу, который быстро распространился по всему миру. Это привело к самым холодному году, по крайней мере, за последние 250 лет. В мае мороз уничтожил большую часть урожая в Нью-Йорке, Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и Вермонте. К июню в Олбани, Нью-Йорк и Деннисвилле, штат Мэн, земля была покрыта густым снегом, а в Нью-Джерси 5 ночей подряд были морозы. Холода продолжались до конца лета, когда должен был начаться сезон сбора урожая. В июле озера и реки были еще замерзшими, вплоть до северо-западной Пенсильвании, а в Вирджинии морозы держались до конца августа. Всего за несколько часов температура падала с обычных летних максимумов до почти нулевых отметок. Погода была совершенно непредсказуемой. Цены на продукты резко взлетели. Резко выросла и стоимость овса для лошадей, которые были основным средством передвижения. Некоторые считают, что именно эта ситуация вдохновила Карла Дрейса на изобретение велосипеда в 1817 году в качестве альтернативного способа передвижения. Тамбора полностью изменила погодные условия не на один, а на три года. На всей планете похолодало, и из-за неурожая, вероятно, не менее миллиона человек погибли от голода. Ученые не располагают убедительными доказательствами извержений вулканов, унесших больше жизни, чем Тамбора. Но извержение Кракатау в Индонезии в 1883 году более известно, чем Тамбора, потому что информация о нем распространилась по всему миру с помощью телеграмм и фотографий. Его последний взрыв был самым громким в истории, и люди могли слышать его на 10% всей поверхности Земли. Извержение вызвало цунами с волнами высотой 42 метра, примерно половину высоты статуи Свободы. Тем не менее, оно было менее мощным, чем извержение Тамбора. Остров, на котором когда-то находился Кракатау, исчез в результате извержения, но менее чем через 50 лет начались новые извержения, в результате которых в центре кальдеры старого извержения образовался конус Дитя Кракатау. Новый вулкан до сих пор время от времени оживает. Извержение Везувия, которое уничтожило Помпеи, является одной из самых известных вулканических катастроф в истории. Оно унесло около 2000 жизней, что значительно меньше, чем извержение Тамбора. Согласно известному римскому автору того времени, извержение длилось 18 часов. Помпеи были покрыты слоем пепла и пемзы, толщина которого в два с лишним раза превышала средний рост человека. Ближайшая береговая линия также кардинально изменилась. В современном мире последствия извержений вулканов зачастую более опасны, чем сами извержения. Благодаря технологическому прогрессу мы теперь можем более точно предсказывать извержения вулканов и использовать такие меры безопасности, как эвакуация и отмена рейсов. Но все еще существует большой риск изменения погодных условий и засухи по всему миру, особенно в таких регионах, как Индия, Восточная Азия и Восточная Африка, на которые влияют муссоны.
Извержения вулканов могут привести к таким последствиям, которых вы, вероятно, не ожидали. Например, к эволюции динозавров. Когда-то они были размером с кошку и ждали своего часа. Это время пришло около 230 миллионов лет назад. Это время известно как Карнийский плювиальный эпизод. До этого Пангея была сухим и засушливым суперконтинентом. Но затем произошли четыре крупных вулканических события, в результате которых в атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Из-за этого повысилась глобальная температура и влажность. Эти мощные извержения, скорее всего, произошли из-за извержения крупной магматической провинции Врангелия на территории современной Британской Колумбии и Аляски. Такая продолжительная вулканическая активность создала благоприятные условия для расцвета динозавров, а также для появления других групп, таких как современные хвойные деревья, папоротники, крокодилы, черепахи, насекомые и ранние млекопитающие. С повышением температуры и увеличением количества осадков наземные растения эволюционировали и доминирующими стали влаголюбивые. Если бы не эти изменения в мире, мы могли бы иметь совершенно другую историю природы. Существуют убедительные доказательства того, что вулканическая активность тогда действительно изменила погодные условия. Ученые обнаружили в ядре Земли слои, содержащие различные типы углерода. Это означает, что было 4 масштабных выброса углекислого газа в атмосферу. Данные о ртути и углероде вместе показывают, что скачок уровня ртути произошел благодаря крупному вулканическому событию, которое повлияло на глобальный цикл углерода, а не только на локальные извержения. Готов поспорить, вы слышали об Атлантиде, утерянной цивилизации, ушедшей под воду у берегов Древней Греции. Предполагается, что это всего лишь миф. Но неужели ученые наконец отыскали затерянный город? Не уверен насчет города, а вот континент они точно нашли. Погодите минутку. Я терял носки, ключи и даже несколько стеклянных шариков. Но насколько же нужно расслабиться, чтобы потерять континент? Адресуем этот вопрос нашей планете. Она потеряла Землю, названную учеными «Большая Адрия», около 100-120 миллионов лет назад. Так что же произошло и куда пропала эта штуковина? Давайте для наглядности представим змею, проползающую через камни или забирающуюся в нору. Потерю континента станет легче осознать, если понять, как сложно найти змею, укрывшуюся от любопытных взглядов. Большинство змей не оставляет следов. На самом деле, если бы 100 миллионов лет назад вы не видели, как змея заползает под валун, а я, например, не видел, вы бы никогда не узнали об этом. А ученые никогда бы не обнаружили Адрию, если бы не змеиная кожа. Точнее, горы. Допустим, наша скрытная змея забирается под камень. Ей давно пора линять, поэтому старая кожа слезает и остается в тесном промежутке между валуном и землей. Так и случилось с Большой Адрией. Когда она откололась от огромного материка под названием Гондвана, не уходите, скоро я расскажу об этом подробнее, осколок размером с Гренландию отправился на север. Столкнувшись в итоге с Европой, он поднырнул под нее, отчего место встречи двух континентов изогнулось и приподнялось. Шли годы, Адрия заползала все дальше, а складки продолжали расти. В итоге остались очень явные и знаменитые следы. Возможно, вы даже катались по ним на лыжах во время зимних каникул. Я говорю об Апеннинах и швейцарских Альпах. Профессор Доу ван Хинсберген, геолог, возглавлявший команду исследователей, осуществившую невероятное открытие в 2019 году, проводит свою аналогию. Он сравнивает это складывание с тем, что происходит, когда просовываешь руку в узкое пространство, и рукав рубашки не помещается. Он собирается складками, и эти складки есть горная гряда. Возможно, вы задаетесь вопросом, имеют ли другие горы аналогичное происхождение. Ответ – да. Вы когда-нибудь зарывались рукой в песок? Руки играют роль материков, а образовавшиеся горки песка – мини-версия скалистых гор. Змеиная кожа, рукав рубашки, песок. Суть в том, что горы появляются, когда огромные пласты суши сталкиваются, и один из них ныряет под другой. Но что насчет исчезновения создавшего их континента? Что произошло с Большой Адрией? Подобно змее, уползающей под землю на зиму, Адрия продолжила уходить под поверхность. Доктор Ван Хинсберген считает, что, скорее всего, сейчас она уютно устроилась в 1500 километрах под Южной Европой. Стойте, но если Большая Адрия оказалась под водой или под землей, остается ли она континентом? Остается ли змея змеей, когда уходит под землю?
Естественно. На самом деле мне знаком континент, большая часть которого находится под водой, но он не утерян. Слышали о Зеландии? Ее называют Новозеландский континент. Этот континент выглядит как архипелаг, представляющий собой вереницу островов. Однако, если заглянуть под воду, вы увидите, что это целый кусок суши. Над поверхностью возвышаются только верхушки гор. Те самые острова. Зеландию классифицируют как микроконтинент, что вызывает вопрос. А что такое континент? Вопрос на самом деле не такой простой. Жители Земли даже не могут определиться, сколько на ней континентов, и это без учета утерянных или микроскопических. В целом, континентом называют огромный пласт суши. Если вы родом из США, вас учили, что континентов 7 – Африка, Антарктида, Азия, Австралия или Океания, Европа, Северная Америка и Южная Америка. Для европейских школьников Европа и Азия сливаются в Евразию, поэтому им знакомы всего 6 континентов. Жители Южной Америки тоже признают 6 континентов, однако разделяют Европу и Азию, объединяя Северную и Южную Америку. Еще более странно, что все признают континентом Австралию, но никто не выделяет Гренландию. Ей приходится довольствоваться званием самого большого острова. Бедняжка Гренландия. Это связано с тектоническими плитами, прилегающими под континентами, и может стать темой для отдельного видео. Итак, откуда вообще взялись все эти континенты? Глядя на карту или глобус, вы, скорее всего, замечали, что два внушительных куска суши, окружающие Атлантический океан, Северная и Южная Америка с одной стороны, и Европа и Африка с другой, похожи на кусочки пазла, которые можно соединить, чтобы получить еще более крупный пласт. А еще вы можете знать, что у этого пласта есть название – Пангея. Ученые считают, что суперконтинент Пангея, если он действительно существовал, распался на части 175 миллионов лет назад. Но не на левый и правый кусочки пазла, которые существуют сейчас. Скорее всего, разделение проходило горизонтально. Вверху оказались соединенные друг с другом Северная Америка, Европа и Азия. Пласт под названием Лавразия. А внизу Южная Америка, Африка, Антарктида и Австралия, которые образовали Гондвану. Да, ту самую, от которой позже откололась Большая Адрия. Так что же, если взять все материки, континенты, микроконтиненты, острова и архипелаги Земли и собрать их вместе, Пангея приобретет свой первоначальный облик? Не-а. Во-первых, у вас не будет кусочков континентов, находящихся под водой, вроде тех, что соединяют архипелаги. Во-вторых, вы не найдете пропавшие фрагменты. Да, Адрия такая не одна. Ученые ищут их и кое-что уже нашли. Один из таких континентов – плато Риу-Гранди. Это подводные горы, которые прозвали Бразильской Атлантидой. А Большая Адрия находится где-то между Северной Африкой и югом Евразии. Кстати, это как раз возле Средиземного моря, а Средиземное море – это Греция и Афины. Так что, получается, Большая Адрия и есть Атлантида? Маловероятно. Историки считают, что Платон выдумал историю Атлантиды, но могла ли она произойти на самом деле? Можно считать и так, если вы верите в историю о греческих божествах, наказавших цивилизацию за начало разногласий с Афинами. Но более научная теория предполагает, что Атлантиду попросту затопило. Или, возможно, она оказалась среди островов, пострадавших, когда Большая Адрия ушла под Европу? Вынужден вас разочаровать, но мы можем сказать наверняка, что сама Адрия не была Атлантидой. Тектонические силы, толкнувшие континент под Европу, сработали более 100 миллионов лет назад. Примерно за 80 миллионов лет до того, как на планете появились люди, чтобы развязывать конфликты с Афинами или кем-то еще. Если рассматривать континенты как разбросанные кусочки пазла, составляющие Пангею, можно сказать, что доктор Ван Хинсберген и его команда провели последние 10 лет, пытаясь собрать пазл воедино. Но все пазлы объединяет то, что их сложно собрать, если у вас нет части кусочков. Да, Адрия, я смотрю на тебя. Но у ученых есть крутое геологическое оборудование, которое отслеживает магнитный след, оставленный в горных породах. Дело в том, что каждая скала, камень и гора хранят в себе отпечаток времени и места, где они были созданы.
Это связано с магнитными полюсами Земли. Они постоянно меняются вследствие процесса под названием инверсия магнитного поля Земли. Без лишних подробностей можно сказать, что особый магнетизм отложений и минералов работает как карты и календарь. Именно так ученые и узнали, откуда пришла Адрия, где она оказалась в итоге и кого встретила по пути. Изучая магнетизм образцов, команда обнаружила еще одну интересную деталь. Большая Адрия не только столкнулась с Европой, но и крутилась по пути. Кружащийся и танцующий материк, чье беззаботное путешествие на север прервало неожиданное препятствие под названием Европа. Из этого вышла бы классная детская сказка на ночь. Остался только один вопрос. Если Большая Адрия ушла под Европу, может ли она снова выйти наружу? Это не исключено. Континенты постоянно смещаются и продолжают свое движение даже сегодня. Правда, очень медленно. Пройдет еще 100 миллионов лет, и посмотрим, сколько континентов будут изучать второклашки. Но я уже этого не застану. Думаю, к тому времени я выйду на пенсию. Знаете ли вы, сколько континентов на Земле? Это легко. 7. Но погодите-ка, разве Европа и Азия не являются одним большим континентом Евразией? Так кажется, когда смотришь на карту мира. Ученые думают по-другому. Они не просто смотрят на сушу, торчащую из моря. Ученые, геологи изучают типы горных пород, из которых состоят континенты. Если посмотреть на мир с их точки зрения, то количество континентов действительно увеличивается. Да, это не миф. Затерянные континенты существуют. Или, по крайней мере, существовали. Раньше. И эти континенты не всегда находятся под водой. Они скрыты под другими материками. Ко-ко! Ученые недавно обнаружили один такой континент. Он называется Большая Адрия. Звучит знакомо? Да, это как-то связано с Адриатическим морем. Этот потерянный континент полностью погребен под Европой. Он столкнулся с Европой и начал погружаться под нее очень давно, 140 миллионов лет назад. Сегодня он лежит под Италией, Грецией и Балтикой. Его размеры и даже форма соответствуют размерам Гренландии, самого большого острова в мире. Но как ученые обнаружили Большую Адрию? Ее больше не видно, но она оставила некоторые подсказки. Ее части были вписаны в Альпы. Другие куски вошли в состав современных Италии и Хорватии, расположенных по другую сторону Адриатического моря. Известняковые породы бывшего континента начали изменяться, как только они оказались под европейской сушей. Огромное тепло и давление, действовавшие в течение десятков миллионов лет, изменили их структуру. Исчез известняк, появился мрамор. Все греческие и римские храмы, которыми вы любовались во время летних каникул, были построены из этого мрамора. Это был своего рода подарок на прощание от давно утерянного континента. Большая Адрия хорошо маскировалась на протяжении тысячелетий, но другие потерянные континенты скрывались у всех на виду. Слышали ли вы о 8-м континенте Земли — Зеландии? Скорее всего, нет, потому что он находится под поверхностью Тихого океана. 95% территории Зеландии сейчас находится под водой. Можете ли вы угадать, где именно? Ее название — хорошая подсказка. Под Новой Зеландией. Если вы откроете Google Maps, то сможете увидеть ее очертания. Ищите более светлый оттенок синего цвета в океане. Он должен простираться от Новой Каледонии до Новой Зеландии. Раньше этот бугорок на дне океана находился выше уровня моря. Его площадь составляла примерно 2/3 Австралии и более чем в 2 раза превышала площадь Большой Адрии. Мы можем обнаружить Зеландию сегодня, потому что она не опустилась слишком низко. И это лучший способ найти другие потерянные континенты. Представьте себе Землю без океанов. Дно моря не плоское, там есть горы и впадины. В самую глубокую из них, Марианскую впадину, можно поместить Эверест. И все равно между ним и уровнем моря будет 2133 метра. Эта впадина стала такой глубокой благодаря геологическому процессу, называемому субдукцией. Тихоокеанская плита оказалась под филиппинской плитой. Земная кора состоит из плит, которые плавают в море расплавленной горной породы. Затем они сталкиваются друг с другом, одна опускается, а другая поднимается. Именно так Большая Адрия оказалась под европейским континентом. Наша планета постоянно находится в движении. Мы не замечаем этого процесса.
процесса, потому что он происходит глубоко под нашими ногами. 120 миллионов лет назад Австралия и Антарктида были единым целым. Да, самое холодное и одно из самых жарких мест на Земле когда-то были одной территорией. Антарктида попрощалась с Австралией, но не ушла с пустыми руками. Сегодня в Индийском океане существует океаническое плато. Слово «плато» происходит от французского и означает возвышенность с плоской поверхностью. И название этой земли звучит как заголовок голливудского фильма. «Сломанный хребет». Давным-давно оно было связано с другим утерянным континентом — микроконтинентом Кергилен. Ученые считают, что через него проходил сухопутный мост между Индией и Антарктидой. Что представляла собой эта земля? Возможно, ответ кроется в крошечном архипелаге в южной части Индийского океана. Эти острова — все, что осталось от древней суши. Они отличаются холодным климатом. На островах есть ледники, потому что они находятся так близко к Антарктиде. Но в прошлом климат, видимо, был умеренным, с большим количеством осадков. Животные и растения, вероятно, были схожи с теми, которые мы находим в тропических регионах сегодня. Ландшафт потерянного континента, вероятно, напоминал Новую Зеландию. Пока мы здесь, вы можете угадать, к какому континенту когда-то относилось островное государство Мадагаскар? Если вы думаете, что к Африке, извините, вы ошиблись. Не расстраивайтесь, посмотрите на карту вверх и вправо. Правильный ответ — Индия. Около 120 миллионов лет назад Индия отделилась от африканского континента и двинулась на северо-восток. Мадагаскар оказался недостаточно быстрым и превратился в остров у юго-восточного побережья Африки. Но есть свидетельства существования еще более обширной суши — потерянного континента Маврикия. Ученые обнаружили следы древней суши под островом Маврикий. Сегодня это туристический рай, но миллионы лет назад это место было настоящим горячим местом. Вулканы и все такое. Так ученые смогли проследить путь Маврикия. Они нашли минерал циркон, который содержится в породах, извергаемых лавой после извержения. Давно исчезнувшая земля когда-то занимала территорию от Маврикия до западного побережья Индии. Представьте себе, если бы эта земля существовала сегодня. Здесь бы прекрасно сочетались индийская и африканская культуры. Местные блюда определенно были бы острыми. Кстати, об остром. Вы давно пробовали индонезийскую кухню? Всего 50 тысяч лет назад Юго-Восточная Азия выглядела совершенно иначе. Не было ни Суматры, ни Борнео, ни Явы, ни даже Австралии. Только Сунда и Сахул. Два континентальных массива, разделенных глубокой водной впадиной. С одной стороны, материковая часть Юго-Восточной Азии, Сунда, с другой — Большая Австралия, Сахул. В те времена Бали находился на самой южной оконечности Азии. Биологи одними из первых заметили раскол. На Сунде и Сахуле виды развивались по-разному. Именно поэтому в Австралии обитают такие уникальные животные, как кенгуру, вомбат и утконос. А знаете ли вы, что на острове Новая Гвинея когда-то бродил гигантский кенгуру? Это потому, что вплоть до конца последнего ледникового периода существовал сухопутный мост в Австралию. Сегодня два острова разделяет Торресов пролив. Но он совсем не глубокий, менее 20 метров. Это напоминание о том, что когда-то это была единая суша под названием Сахул. Другой океанический пролив, не слишком глубокий, менее 50 метров, отделяет Азию от Северной Америки. Берингов пролив сегодня находится на месте Берингии. Этот древний массив суши был не так уж велик, он простирался на 1000 километров с севера на юг. Это всего лишь треть расстояния от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Берингия была важна и по другой причине. Во времена ледникового периода она соединяла весь мир. Уровень воды тогда был на 90 метров ниже, чем сейчас. Если бы он опустился еще ниже, вы могли бы пройти от мыса Доброй Надежды в Африке до мыса Горн в Южной Америке. Идеальный маршрут для пешего туризма. Сегодня вы можете сесть в самолет и улететь практически в любую точку земного шара. Мир никогда не казался меньше, не так ли? Но когда-то он все-таки был и правда маленьким. Примерно 300-200 миллионов лет назад мы все были одним миром, в буквальном смысле слова. Пангея была суперконтинентом, включавшим в себя все остальные. Его название на греческом языке означает «вся земля». Но Пангея начала распадаться. Самая большая щель образовалась между Северной и Южной Америкой с одной стороны и Европой
и Африкой с другой. Вскоре туда хлынула морская вода, и так появился Атлантический океан. Этот процесс еще не закончен. Пока вы смотрите это видео, Северная Америка дрейфует все дальше и дальше от Европы со скоростью 2,5 см в год. По сравнению со средней продолжительностью жизни человека, это около 70 лет. Это не так уж и много. Но в конце концов, все континенты вновь соединятся друг с другом, образовав суперконтинент. И это произойдет не в первый раз за всю историю Земли. Честно говоря, я не собираюсь дожидаться этого. Есть участок воды, которого боятся даже самые опытные исследователи. Независимо от того, в какое время года вы решите пересечь его, вы рискуете встретиться лицом к лицу с волнами, которые могут достигать высоты Голливудского знака. Я говорю о проходе Дрейка, водном пути, соединяющем Тихий и Атлантический океаны и протянувшемся от мыса Горн на самой южной оконечности Южной Америки до южных Шетландских островов в Антарктиде. Его ширина равна расстоянию от Лондона до Берлина — 998 километров. А на его пересечение уходит до 48 часов. Некоторые моряки сравнивают переправу на другую сторону с полетом на Луну. Настолько она сложна. Даже человек, который его открыл, сэр Фрэнсис Дрейк, никогда не плавал в этих водах, потому что они казались ему слишком опасными, и вместо этого выбрал более спокойный, хотя и более длинный, Магелланов пролив. Проход унес в жизни около 20 тысяч моряков и более 800 кораблей. Туристы, желающие увидеть Антарктиду, регулярно пересекают пролив Дрейка, хотя его по-прежнему часто называют самым страшным океаническим переходом в мире. Антарктический полуостров, куда отправляются путешественники, на самом деле не является частью самой Антарктиды. Он указывает на Южную Америку, и они словно два пальца, которые почти соприкасаются. Вода зажимается между этими двумя массивами суши, создавая сильные океанские течения. Этот проход является частью антарктического циркумполярного течения, крупнейшего океанического течения на Земле. Вода мчится через проход со скоростью от 95 до 150 миллионов кубических метров в секунду, что делает его еще более бурным. А еще есть ветры, которые обычно дуют с запада на восток и очень сильны между 40 и 60 градусами широты. Вот почему эти районы называют ревущими 40-ми, яростными 50-ми и кричащими 60-ми. Суша замедляет ветры, поэтому штормы, обрушивающиеся на Ирландию и Великобританию, ослабевают по мере продвижения на восток. Но широта Дрейка — единственное место, где ветры могут дуть вокруг Земли, не будучи остановленными сушей, поэтому они становятся все быстрее, а затем превращаются в огромные волны, которые могут сильно ударить по кораблям, обычно высотой около 4-5 метров. Они гораздо выше, чем волны в Атлантике. В проходе Дрейка также есть подводные горы, которые вы не можете увидеть. Огромное течение протискивается через этот узкий проход и заставляет волны разбиваться об эти горы под водой. Эти внутренние волны создают водовороты, которые поднимают холодную воду из океанских глубин. Так что вода бурная не только на поверхности, а на всей глубине. Первый моряк, сумевший обогнуть мыс Горн и пройти через пролив Дрейка, сделал это в 1616 году. Это был голландский мореплаватель Вильямс Хаутен в 1616 году. Но самая известная попытка пересечь пролив была предпринята сэром Эрнестом Генри Шеклтоном на его корабле под названием «Эндьюранс». Он и 27 его людей отправились из Южной Георгии с целью достичь бухты Вахсель в Антарктиде. Но все пошло не по плану. 19 января 1915 года их корабль застрял во льдах, а к октябрю начал тонуть. Два месяца они стояли лагерем на плавучих льдах, а затем на спасательных шлюпках добрались до отдаленного ледяного места под названием «Остров Элефант». Шеклтон и 5 человек отправились в рискованное путешествие в Южную Георгию за помощью. Им потребовалось 15 дней, чтобы пересечь пролив Дрейка при ураганных ветрах. Наконец, они благополучно добрались до острова и организовали спасение оставшихся членов команды. Ученые обнаружили обломки корабля «Эндьюранс» только в 2022 году на глубине 3048 метров. В декабре 2019 года 6 бесстрашных спортсменов решили впервые в истории пересечь пролив Дрейка на весельной лодке. Им понадобилось 12 дней непрерывной гребли с 90-минутной сменой гребцов. Им удалось осуществить задуманное, и, вероятно, это был самый сложный способ пересечь пролив. Спортсмены упоминали, что было холодно, мокро и грязно, а волны обрушивались на них с невероятной мощью.
Погода в проливе Дрейка часто меняется, но капитаны кораблей всегда могут это предвидеть и изменить свой курс. Они могут перенести время отправления, чтобы иметь запас по времени и не застрять посреди пролива в самых неблагоприятных условиях. Иногда путешествие бывает ровным и спокойным, и тогда пролив называют «озером Дрейка». В другом случае люди на корабле чувствуют неровные волны, что называется тряской Дрейка. Некоторые опытные капитаны, которые часто пересекают пролив, говорят, что эффект озера Дрейка происходит раз в 10 переходов, а тряску Дрейка они видят раз или два из каждых 10 путешествий. Шхуна или каяк, скорее всего, не выдержит путешествия среди гигантских волн. Но современные суда и круизные лайнеры имеют прочные корпуса и усовершенствованные механизмы стабилизации, так что путешествие уже не так опасно. Но все равно это приключение, особенно если вас укачивает. Если вы не хотите рисковать, но желаете быстро добраться из Тихого океана в Атлантический по воде, вам поможет Панамский канал. Впервые люди задумались о создании водного пути через Панаму в 16 веке. Тогда испанский исследователь обнаружил, что два океана разделяет лишь тонкий участок суши. Но построить канал казалось невозможным из-за гор и густых джунглей, поэтому идее пришлось подождать пару столетий. Наконец, в 1880 году Франция, возглавляемая человеком, построившим Суэцкий канал в Египте, попыталась проложить канал, но люди, начавшие строительство, скорее обнаружили, что это гораздо сложнее, чем кажется на карте. Земля в Панаме была одним из самых сложных и опасных мест для прокладки большого водного пути. Рабочим приходилось буквально сдвигать огромные горы в джунглях, кишащих змеями, где было очень жарко и шли дожди. В сезон дождей сильные ливни превращали реки в бурные потоки и насквозь мочили рабочих. Иногда они не видели солнца по две недели, и их одежда постоянно оставалась мокрой. Падали большие камни, а крошечные комары, переносившие малярию, сильно вредили здоровью. И потом, ко всему прочему, произошло землетрясение. Тогда погибли тысячи людей. Именно поэтому через 7 лет Франция решила отказаться от проекта. Затем Соединенные Штаты выкупили французские активы в зоне канала и завершили его строительство в 1914 году. Это обошлось США примерно в 375 миллионов долларов. 80-километровый водный переход позволяет судам, курсирующим между Нью-Йорком и Сан-Франциско, преодолевать 12 669 километров. Ежегодно им пользуются около 14 тысяч судов, которые платят за проезд около 8 миллионов долларов. Так что, похоже, все окупилось. Еще одна сложная водная артерия в этой части света – река Амазонка. Ее длина составляет около 7 тысяч километров, и она протекает через три страны, а в ее бассейне проживает более 30 миллионов человек. Но через нее нет ни одного моста. На реке много болот и мягких почв. Поэтому инженерам пришлось бы строить очень длинные мосты и очень глубокие фундаменты, что стоит больших денег. Строить мосты через глубокую воду непросто, но в других местах мира инженеры могут использовать такие вещи, как плавучие платформы. Путь реки и уровень воды сильно меняются в течение года. В сухой сезон с июня по ноябрь ширина реки обычно составляет 3-9 километров, но во влажный сезон с декабря по апрель ширина реки может достигать 48 километров, а уровень воды подниматься на 15 метров. Вот почему здесь нельзя строить плавучие мосты или понтоны. Берега реки состоят из мягкого грунта, который движется и размывается в зависимости от времени года. И это еще больше усложняет задачу. Чтобы преодолеть все эти трудности, нужно создать совершенно уникальный проект. К счастью, сейчас нет острой необходимости в строительстве моста через Амазонку. Река в основном протекает через малонаселенные районы, поэтому здесь не так много крупных дорог, которые нужно соединять мостами. Самый большой в мире забор тянется более чем на 5000 километров от Квинсленда до Южной Австралии. Если его расправить, он легко соединит Лондон и Нью-Йорк. А если бы вы шли вдоль него, вам потребовалось бы 6 месяцев, чтобы завершить путешествие. Он не был построен для защиты границы Австралии. Зачем, если Австралия окружена водой? Также он не предназначался для защиты какого-либо важного здания. Его цель – не дать некоторым видам животных встречаться друг с другом.
Австралийцы начали строить части этого забора в конце 19 века. Они хотели создать барьер, который отделял бы живую, бурлящую часть страны с городами вроде Мельбурна и Сиднея от суровой засушливой глубинки. Они использовали деревянные столбы, заглубленные в землю, которые соединялись сеткой из проволоки примерно 2 метра в высоту. Некоторые части забора имеют второй слой с электрическим напряжением. Чтобы забор стал еще надежнее, в том числе по ночам, к нему добавили красные и белые огни. Команда из более чем 20 человек работает здесь на полную ставку, чтобы все было в порядке. Каждый год местные власти выделяют около 750 тысяч долларов на поддержание конструкции в хорошем состоянии. Ради чего все это? Основная причина – динго. Эти рыжие существа, похожие на волков, являются крупнейшими хищными млекопитающими Австралии и вершинами пищевой цепи. Они причиняли много проблем местным фермерам, особенно в Южном Квинсленде, где часто нападали на овец. В основном забор выполняет свою работу неплохо, но он не идеален. Некоторые динго умудряются проскользнуть сквозь него. В других случаях в него врезаются дикие верблюды. Дело в том, что по Австралии бродит довольно значительная популяция верблюдов. Однако забор сделал больше, чем от него ожидали местные жители. Они думали, что внутри забора будет меньше динго, но меньше динго означает больше кенгуру, а больше кенгуру влечет за собой большую конкуренцию с овцами за пищу. И это касается не только крупных видов. Мелкие животные и растительность также претерпели изменения. С ростом конкуренции на ограниченной территории люди заметили снижение разнообразия растительности и мелких животных. Почва со временем стала беднее питательными веществами, что сказалось на росте растений. К тому же забор служит препятствием для миграции животных и распространения семян. Даже песчаные дюны ощутили это воздействие, лишившись части травяного покрова, который удерживает их вместе. Наблюдая за кенгуру по обе стороны забора, ученые заметили, что детеныши внутри в среднем были легче и меньше. У внешних особей были большие ноги и головы для их возраста, и дело было не в различном питании. Кенгуру, которым приходилось делить территорию с динго, быстрее наращивали массу, чтобы выживать. С другой стороны, те, кто находился внутри ограждения, двигались медленнее, так как на них не оказывалось такого же давления. Им приходилось конкурировать за пищу с множеством других существ, поэтому большой размер уже не был приоритетом. Исследователи до сих пор не уверены, временная это мера или долгосрочная генетическая адаптация. Может, было бы проще одомашнить динго? Многие думают, что когда-то динго были домашними животными в Австралии, но точных данных у нас нет. Сегодня они дикие, как волки, гиены или койоты. Большинство из них не нуждаются в стаях для выживания. Это охотники-одиночки с врожденными инстинктами, поэтому приручить их будет непросто, и забор пока не спешат разбирать. Австралийцы очень строго следят за тем, чтобы динго держались на расстоянии настолько, что они ввели наказание для людей, нарушающих правила использования ограждений. Незакрытые ворота могут привести к тому, что человека посадят в тюрьму на срок до 3 месяцев. Повреждение ограждения может стоить 6 месяцев. Свободы. Австралийцы не первый раз пытаются решить проблемы с животными с помощью забора. Прежде чем это понадобилось для предотвращения вторжений динго, они столкнулись с нашествием кроликов. Несмотря на милый вид, кролики наносили ущерб землям, используемым для сельского хозяйства. Поэтому местные жители придумали забор из 3 частей. Первая его часть тянулась от Рейвенсторпа на юге до станции Пардо на побережье Пилбара. Ее длина составляла более 1770 километров, что делало ее самым длинным на тот момент непрерывным забором в мире. Проблемы с кроликами можно было проследить до человека по имени Томас Остин. В 1859 году, впервые прибыв на континент, он решил, что будет хорошей идеей выпустить несколько кроликов на волю. Он хотел придать месту особый шарм. Но поскольку кролики не характерны для Австралии, у них не было в то время никаких естественных врагов. Они также легко приспосабливаются, им нужна лишь трава для кормления. Они размножаются с удивительной скоростью. Мама-крольчиха может родить до 4 выводков в год, в каждом из которых может быть до 5 крольчат. Довольно скоро численность кроликов резко возросла. К концу 80-х годов 19 века кролики нанесли столько ущерба, что местные власти предложили план. Они обещали выплатить эквивалент почти 2 миллионов долларов в нынешних деньгах тому, кто сможет разобраться с длинноухими.
Приз так никто и не получил, и спустя чуть более 10 лет комиссия предложила идею с забором. Поддерживать эти заборы было сложно. Инспекторы следили за ними, каждый отвечал за участок протяженностью около 800 километров. Люди патрулировали более мелкие секции, сначала на велосипедах, затем пересев на верблюдов или используя верблюдов для буксировки повозок. Они даже попробовали использовать автомобили, но те не справлялись с пересеченной местностью и постоянно ломались. Что касается его эффективности, к 1902 году кролики уже оказались по ту сторону забора. Вот почему через 4 года построили еще один. Некоторое время это работало настолько хорошо, что местные власти даже не стали помогать фермерам за вторым забором с кредитами на кроличьи сетки. Те, кто оказался между двумя заборами, продолжали испытывать проблемы из-за кроликов. Вскоре кролики распространились даже за второй забор, и стало ясно, что решение не сработало. В некоторых местах после строительства заборов хитрые кролики находили способы пройти мимо них. До сих пор популяция кроликов иногда доставляет австралийским чиновникам трудности. Забор для динго – самый длинный, но не самый странный забор. Звание самого необычного, возможно, заслуживает аквариумный забор в Турции. Этот забор длиной 50 метров был построен для того, чтобы дорогая вилла имела вид на океан с каждого из этажей. В наши дни он привлекает туристов со всего мира, которые стремятся увидеть разнообразие рыб, которых он содержит, и даже осьминогов. Установка прозрачной конструкции была несложной. Сложнее было соединить водное ограждение с Эгейским морем посредством подземного трубопровода длиной почти 4 километра. Он обеспечивает постоянный поток воды, поддерживая воду чистой, а рыб счастливыми. Чтобы никто не повредил хрупкое ограждение или не украл рыб, владелец также вложился в безопасность. Он установил сеть из 17 камер с функцией распознавания лиц. Посетители могут свободно смотреть и фотографировать, но если подойти слишком близко, сработает сигнализация. Еще один из странных заборов – это забор бюстгальтеров в Новой Зеландии. В центральном Отаго вы можете наткнуться на забор, украшенный бюстгальтерами всех размеров, форм и цветов. История этого забора началась в 1999 году, когда жители района обнаружили 4 бюстгальтера, висевших на заборе вдоль дороги. Затем люди начали добавлять свои лифчики к декору. Вскоре их набралось довольно много, и место стало привлекать туристов. Популярность была настолько высока, что в районе возникли пробки. Посмотрите на этот камень. На первый взгляд, это обычный скучный камень, такие можно встретить, гуляя по пляжу. Его цвет ничем не выделяется, а вес вполне обычный, около 2 килограммов. Но все меняется, когда вы узнаете, что этот камень родился на Марсе, проделал путь до Земли и оказался в Антарктиде. Теперь история звучит гораздо увлекательнее. Так давайте же узнаем подробности. Исследователь Роберто Скоур, работавшая над проектом ANSMET, что расшифровывается как Antarctic Search for Meteorites, Антарктическая поисковая программа метеоритов, в рамках антарктической программы Денвера, нашла этот метеорит ALH-84001 в 1984 году. Если вы хотите расшифровать название космического путешественника, я могу вам помочь. Оно происходит от места, где ученый его обнаружила, холмы Аллана, или Аллан Хиллс. Отсюда и ALH. За аббревиатурой идет год открытия и номер образца. Если вы думаете, что Роберта подняла камень и воскликнула что-то вроде «Ух ты, у меня в руках кусок Марса!», то вынужден вас разочаровать. С самого начала было совершенно непонятно, откуда взялся метеорит. И одно смущало исследователей еще больше. Метеорит сильно отличался от других групп метеоритов, найденных на нашей планете. Хорошо, но как же все в итоге поняли, что это был гость с Марса? Все благодаря следам газа, схожих с теми, которые составляют атмосферу Красной планеты. О его составе мы узнали благодаря отважному космическому аппарату Viking Lander, который провел необходимые анализы на месте в 1976 году. Как бы то ни было, вернемся к нашей каменной находке. Она на самом деле особенная, и не только потому, что камень прибыл издалека. Среди нескольких тысяч метеоритов, найденных на Земле, всего около сотни, скорее всего, прилетели с Марса. И даже в этом случае наш парень отличается от них и, похоже, входит в отдельную группу.
Итак, давайте вернемся в прошлое и проследим историю жизни этого космического путешественника. Скорее всего, он сформировался около 4 миллиардов лет назад на своей родной Красной планете. Один день, мало чем отличавшийся от других, оказался судьбоносным. Метеоритный удар выбросил его в космос, и он начал свой путь в качестве небольшого астероида. В то время он был гораздо больше, чем в момент обнаружения на Земле. В какой-то момент ALH приблизился к Земле, и кто знает, возможно, он решил исследовать ее или что-то в этом роде. Вот так 13 тысяч лет назад он завершил свое космическое путешествие, столкнувшись с нашей планетой. На данный момент этот марсианский фрагмент самый древний из имеющихся у нас. Но поначалу он был не слишком популярен. Только в 96 году он стал гораздо более известным после революционного открытия. Некоторые исследователи НАСА начали задаваться вопросом. Фрагмент явно очень старый. Но тогда мог ли он зафиксировать какие-либо следы жизни, которая могла процветать на Марсе в то время, когда на Красной планете образовался ALH? И знаете что? Ученые оказались правы. Они обнаружили следы очень мелких частиц магнетита. По структуре и химическому составу они полностью совпадали с теми частицами, которые есть на Земле. Их называют магнитные окаменелости, а производят их магнитотактические бактерии. Таким образом, это может означать, что когда-то на Марсе существовали какие-то формы жизни. В апреле 2020 года ученые из Японского космического агентства сделали еще одно открытие. Они обнаружили в нашем метеорите азот, содержащий органический материал марсианского происхождения. Кто знает, какие новые удивительные секреты откроет дальнейшее изучение метеорита. Пока же остается только отправиться в Антарктиду и найти еще больше метеоритов, ведь это место отлично подходит для охоты за ними. Удивительно, но мы обнаружили в Антарктиде почти 50 тысяч метеоритов, и сотни тысяч еще ждут своего открытия. Каждый из этих космических камней может рассказать нам историю эволюции Солнечной системы. Например, самый первый лунный камень, найденный на ледяном пустынном континенте, доказал, что куски космических объектов крупнее астероидов могут попадать и на Землю. Итак, скажем, вы вдохновились и решили отправиться на охоту за метеоритами прямиком в Антарктиду. Что ж, приготовьтесь к серьезным испытаниям. Несмотря на их потенциальное изобилие, найти космические камни не так просто, как может показаться. Вам придется ехать в отдаленные районы, и все равно нет гарантии, что вы сможете обнаружить метеорит. И это на самом деле огромная проблема. Метеориты исчезают из виду. В настоящее время ученые находят в Антарктиде около 1000 метеоритов каждый год, но согласно новому исследованию, около 5000 метеоритов остаются скрытыми ежегодно. Причина этому — повышение температуры. Обеспокоенные ученые создали модель, которая могла бы помочь им определить, где могут появиться эти метеориты. Эта модель была довольно сложной и учитывала снежный покров, температуру поверхности, скорость течения льда и даже крутизну рельефа. После этого они провели симуляции при различных сценариях потепления. Оказалось, что метеориты действительно исчезают из поля зрения при повышении температуры. Сказать, что исследователи были расстроены, это ничего не сказать. Они не ожидали, что изменения климата так сильно повлияют на их работу. Даже несмотря на то, что в этих районах температура ниже нуля, люди все равно умудряются испортить важнейший архив Солнечной системы. Но давайте вернемся к вашей охоте за метеоритами. Если вы хотите увеличить свои шансы найти метеорит, отправляйтесь к подножию гор или скал, где лед, который обычно стекает в нижние слои земли, вынужден двигаться вверх. Но не забудьте взять с собой ветровку. В этих местах мощные ветры сдувают снег, обнажая ярко-голубой лед. Вместо того, чтобы растаять, этот древний лед может превратиться прямо в водяной пар. И это помогает обнаружить метеориты, которые иначе остались бы скрытыми. Однако вам нужно поторопиться. Метеориты на поверхности быстро исчезают. Даже когда температура значительно ниже нуля, камни могут поглощать часть тепла Солнца и плавить лед. Это похоже на создание ими подземных, или точнее подледных туннелей, в которые они погружаются, скрываясь из виду. Некоторое время спустя повторное замерзание закрывает входы в эти туннели, задерживая метеориты внутри.
Ученые признают, что найти работающие методы обнаружения метеоритов очень сложно. И если мы не поторопимся и не разработаем такие методы, то можем потерять от 80 до 250 тысяч космических камней. Неудивительно, что ученые серьезно взялись за поиск новых метеоритов. Они сосредоточились на зонах скопления метеоритов. Это места, где метеориты часто остаются на поверхности из-за особенностей геологии, ледовых потоков и климатических условий. Как вы уже знаете, метеориты можно найти на синем льду без снежного покрова. Это делает метеориты легкими для обнаружения. Но найти такие горячие точки часто бывает чистой удачей. Или другой вариант. Приходится сидеть день и ночь, изучая карты и спутниковые снимки в попытках обнаружить зоны голубого льда вблизи исследовательских станций. Позвольте представить вам Веронику Толлинар, глециолога и ее команду. Они вышли на новый уровень, разработав умную карту всей Антарктики. Для этого они использовали машинное обучение и спутниковые данные от НАСА, Канадского космического агентства и других. Эта карта выделяет области, где могут скрываться метеориты, основываясь на прошлых находках и всевозможных климатических и ледовых данных. Очевидно, что лучшие места для поиска метеоритов находятся по краям континента и вблизи гор с голубым льдом. К сожалению, важен не только голубой лед. Температура и скорость течения льда также очень важны. Например, если лед течет слишком быстро, метеориты сметаются, не успев накопиться. Поэтому, если вы хотите найти метеорит, вам нужно дождаться очень точных условий. Температура поверхности должна почти все время оставаться ниже минус 20 градусов, в противном случае метеориты тонут. Вы можете начать с района Аллен Хиллс. Да, именно там был обнаружен наш друг ALH. Эта область является своего рода золотой жилой для метеоритов, с более чем тысячей находок. Но есть даже более перспективные места, такие как горы Фимбульхеймен. А ведь там еще никто не искал. Вы можете быть первым. Как бы то ни было, с помощью новой карты исследователи разработали алгоритм, который определяет лучшие места для охоты на метеориты, что делает будущие экспедиции более целенаправленными. А поскольку многие регионы голубого льда еще не исследованы, метеориты только и ждут, чтобы их нашли. Так чего же вы ждете? Доггерленд. Нет, это не страна собак, как вы, вероятно, подумали сначала. Это земля размером с Великобританию на севере Европы. Но не пытайтесь найти ее на карте Старого континента. Ваши поиски будут тщетны. Доггерленда не существует уже тысячи лет. Но где именно он находился и жили ли здесь люди? Ученые делают все возможное, чтобы ответить на эти вопросы. Начнем с названия. В 1990-х годах британский археолог Брайони Коулс назвала эту местность Доггерлендом в честь Доггербанка – песчаной отмели, расположенной примерно в 100 километрах от восточного побережья Англии. Слово, вероятно, происходит из голландского языка. Оно использовалось для обозначения рыболовного судна с двумя мачтами. Вполне логично, ведь сегодня Северное море – богатый рыболовный район. Но тысячи лет назад у людей, живших здесь, был другой рацион. Около 12 тысяч лет назад по последний крупный ледниковый период постепенно подходил к концу. На Доггерленде была не морская вода, а болота, лагуны, леса и пологие холмы. В то время Великобритания и Ирландия не были островами, они располагались в глубине материка. Можно было отправиться в Данию и дойти до севера Шотландии. Существовала система рек, которые впадали в Северное море. В те времена это был скорее канал, отделявший Доггерленд от Норвегии. Реки тоже были другими. Темза впадала в Рейн в Германии. Древняя река, которую они образовали, протекала на месте нынешнего Ла-Манша и впадала в Атлантический океан. В Доггерленде даже было озеро. Там также было несколько ледников, но земля все же была пригодна для жизни. Итак, кто же там жил? В среднем каменном веке мезолите существовали сообщества охотников-собирателей. В этот период истории человечества наши предки освоили каменное орудие из обтесанного камня. Они использовали эти камни с острыми краями для изготовления копий и наконечников стрел. Это пригодилось в Доггерленде, который был самым богатым охотничьим районом во всей Европе. Это мог быть и самый населенный регион на северо-западе континента. Добычей охотников, скорее всего, были северные олени, мамонты, быки, дикие свиньи, бурые медведи, волки и многие другие виды животных. Словом, здесь никто не голодал. Мясо было не единственным блюдом в меню. Древние жители Доггерленда собирали лесные орехи и ягоды.
Они жили в деревянных хижинах и строили их вблизи рек. И даже строили свои поселения на холмах. Помните Доггербанк? Сейчас Отмель находится под водой, но раньше это была гористая местность. В доисторические времена Доггерленд, должно быть, являлся первоклассной недвижимостью. Его общая площадь составляла более 29 тысяч километров, но вскоре все ушло под воду. Последний ледниковый период заканчивался. Вся вода, запертая в ледниках и ледяных щитах, начала таять. Вы испытываете этот процесс на собственном опыте каждый раз, когда заказываете холодный напиток. Даже если вы выпьете его до дна, через некоторое время стакан снова будет полон. Почему? Потому что ледяные кубики растаяли. Подумайте о Доггерленде как о таком стакане. Уровень моря начал быстро повышаться. Каждый век море затапливало от 1 до 2 метров суши. Представьте, что это значит сегодня. Высота Майами над уровнем моря составляет около 2 метров. Город будет затоплен менее чем через 100 лет. Но было одно событие, которое ускорило ход событий. Тысячи лет назад в Норвежском море произошла серия подводных оползней Стурега. А что происходит, когда огромные куски земли внезапно смещаются под водой? Гигантские волны. Вы, наверное, знаете, что такое цунами. На Доггерленд, скорее всего, обрушилось несколько таких волн. Они были настолько мощными, что, по мнению исследователей, смыли сухопутный мост между Великобританией и остальной частью континента. Все, что осталось от Доггерленда, это остров размером с Уэльс. По оценкам ученых, высота волн этого древнего цунами составляла не менее 12 метров. Около 6000 лет назад доггерлендцы переместились. Они мигрировали в более высокие земли – Англию и Нидерланды. Ирония заключается в том, что при дословном переводе названия страны Нидерланды на английский язык мы получаем «низкие земли». Но тысячи лет назад это была возвышенность для охотников-собирателей, спасавшихся от наводнения. Когда все закончилось, континент Европы приобрел ту форму, которую мы легко узнаем сегодня. Но Доггерленд исчез. Он находится под волнами Северного моря уже 8200 лет. Не напоминает ли вам история Доггерленда более известный случай затопленной земли? На ум сразу приходит Атлантида. Но есть одно важное отличие. Атлантида — это всего лишь легенда. Все, что мы знаем о ней, почерпнуто из трудов греческого философа Платона. Ученые долгое время искали Атлантиду, и до сих пор они не могут прийти к единому мнению, где именно она находилась. Теории варьируются от Средиземноморья до Антарктиды. Доггерленд — это не миф. Все, что наука знает об этой затерянной земле, основано на неопровержимых доказательствах. В 1931 году рыболовное судно занималось промыслом у побережья Норфолка, Англия. В то время команда тащила сеть по морскому дну, сметая все на своем пути, и поймала не только рыбу. Это был торф, подобный тому, что мы находим на Аляске и в Ирландии. Но что он делал на дне Северного моря? Ему там было явно не место, ведь морская вода его разрушает. Было только одно возможное объяснение. Должно быть, в какой-то момент истории эта территория была сушей. Последним доказательством стало то, что в торфе находилось острие гарпуна. Верный признак деятельности человека. Впрочем, идея была не нова. Со времен Средневековья велись разговоры о затопленной земле с подводными лесами. В 1913 году британский геолог Клемент Рид выдвинул идею о существовании подводного мира в этой части Европы. Научные доказательства продолжали накапливаться. Местные рыбаки начали доставать орудия труда и кости животных. Исследователи определили, что их возраст составляет около 9000 лет. Но глубокие мутные воды Северного моря не позволяли спускать в них водолазов. Один из археологов заметил, что о поверхности Луны они знают больше, чем о том, что лежит на дне этого относительно мелкого моря. Открытие нефти в этом районе в 1960-х годах стало переломным моментом. Компании, работающие в этой отрасли, предоставили ученым данные сейсмических исследований. Это помогло составить полную картину того, как выглядел Доггерленд раньше. Компьютерные модели вскоре позволили получить изображение речных долин, береговых линий, пресноводных озер и холмов. На морском дне даже сохранились следы кочевых племен. Сегодня морские биологи используют магнитные поля, чтобы составить карту этого затонувшего подводного мира.
Но Доггерленд не единственное место на Земле, ушедшее под воду. Берингия – еще один затерянный мир, имеющий глобальное значение. Когда-то это был сухопутный мост между Азией и Северной Америкой. Свое название он получил от Берингова пролива. Его ширина в самом узком месте составляет 85 километров, но до конца последнего ледникового периода здесь была суша, которую наши предки называли своим домом. Генетические данные свидетельствуют о том, что коренные американцы жили в Берингии около 15 тысяч лет. Центральная часть этой территории была в 9 раз шире Ла-Манша и составляла 60 километров. Если вы хотите представить, как выглядела эта земля, подумайте о современной арктической Аляске. Это была кустарниковая тундра. Там росли небольшие ивы и березы. К сожалению, шерстистых мамонтов там не было. Крупным пасущимся животным просто не хватило бы пищи в Берингии, хотя лоси и снежные бараны здесь, вероятно, водились. Но ледниковый период не смог длиться вечно. Как и в Доггерленде, уровень моря начал повышаться. Это произошло около 13 тысяч лет назад. Плохие новости. Научные данные свидетельствуют о том, что примерно в это время люди начали продвигаться на юг. Они покинули медленно опускающуюся Берингию и перебрались на Аляску. Оттуда они заселили обе Америки. Это были предки коренных американских племен. Как вы готовитесь к долгому путешествию? Вероятно, вы ищете маршрут в Google Maps или смотрите видео на YouTube. Или, возможно, вы спрашиваете у кого-то, кто недавно там был. Но что делать, если вы собираетесь в место, которое никогда не посещали люди? Да, я говорю о нашем ближайшем соседе — Красной планете. НАСА планирует миссию на Марс в конце 2030-х или в начале 2040-х годов. Это еще не скоро, так стоит ли уже начинать подготовку? Миссия ближе, чем вы думаете. Новички-астронавты проводят минимум 2 года на тренировках, прежде чем выйти в открытый космос. На каждый час, проведенный в космосе, им нужно провести 10 часов под водой на Земле. Эта подготовка относится только к выходам в открытый космос и работе на Международной космической станции. До сих пор в космос летали около 600 человек, но люди никогда не ступали на Марс. Путешествие на эту планету потребует подготовки другого рода. Есть ли на Земле регион, который напоминает Марс? Астронавты миссии «Аполлон» тренировались в американской Неваде. Именно там Нил Армстронг и его коллеги-астронавты получили представление, какой будет поверхность Луны. Но Марс отличается от Луны. У него есть гравитация и атмосфера. Этим он напоминает нашу собственную планету, точнее говоря, одну страну — Исландию. НАСА использовала этот остров на севере Европы в качестве полигона для тестирования своей миссии на Марс 2020 года. В миссии не участвовали люди, которые приземлятся на Красной планете. Это был лишь маленький марсоход, ищущий признаки жизни. Высокотехнологичному роботу тоже нужна практика. Давайте проведем небольшой тест. Сравните пейзажи Марса и Исландии. Вам трудно заметить разницу? Это означает, что ученые выбрали идеальный полигон для предстоящей миссии на Марс. Область полностью пустынная и лишенная жизни, так один исследователь описал Исландию. И это описание идеально соответствует условиям, с которыми столкнутся будущие астронавты на Марсе. Но что такого особенного в Исландии? Там есть долины, которые были образованы в результате вулканических извержений. Остров все еще юн в геологическом отношении. Он еще формируется. Лавовые потоки, вода, вулканы, бушующие ветра. В Исландии все это есть. Лозунг страны – земля огня и льда. Население острова чуть больше 350 тысяч человек. Для сравнения, в Кливленде, в штате Огайо, проживает больше людей, чем во всей Исландии. Но размер не всегда имеет значение. Помните Евро-2016, когда Англия проиграла Исландии со счетом 1-2? Исландские футболисты стали звездами в одну ночь. Исландцы ближе к звездам, чем вы думаете. У страны есть космическое агентство. Да, вы не ослышались. Это агентство на самом деле состоит из двух человек, которые пытаются продвигать Исландию как земной аналог Марса, доказывая, что Исландия очень похожа на Красную планету. Сотрудники агентства хотят, чтобы космические ученые выбрали Исландию в качестве тренировочного поля для будущих астронавтов. Их главный аргумент — это дешевле. Отправка людей и оборудования в космос стоит дорого. Согласно Илону Маску, запуск SpaceX обходится примерно в 2 миллиона долларов. Это гораздо меньше, чем стандартный запуск НАСА. Большая часть исследований космоса проводится на Земле.
Антарктида идеально подходит для исследования холодных и безлюдных мест в космосе. Гавайи идеальны для исследования лавовых трубок и состава горных пород. Но представьте, как трудно работать сразу в двух точках земного шара. Тут и стоит вспомнить об Исландии. Там можно найти разные условия относительно близко друг к другу. Итак, что именно будут делать будущие покорители Марса в Исландии? Чтобы ответить на этот вопрос, отправимся в прошлое. Невада не была единственным местом, которое посетили астронавты НАСА более полувека назад. Они также готовились к посадке на Луну в Исландии. Их основной целью был сбор образцов горных пород. Их можно найти в основном около вулканов и лавовых полей, а в Исландии их предостаточно. Около 60% местного ландшафта приходится на скалы. Это делает остров похожим на другую планету. Добавьте к этому факт, что 80% Исландии необитаемы, и вы получите идеальную площадку для астронавтов. Есть еще одно сходство с Марсом. Летом в Исландии может показаться, что солнце никогда не садится. Местные жители ходят за покупками в 3 часа ночи. В июне ночь может длиться всего 2 часа. Звучит как идеальное место для проведения вечеринки на открытом воздухе. На самом деле, не совсем. Кому захочется вечеринки при плюс 5 градусах? Это средняя ночная температура воздуха в июне. Будущие астронавты проводили недели в Исландии, стараясь приспособиться к этим странным условиям и подготовиться к длинным дням на Марсе. Это не фигура речи, поскольку дни на Красной планете длиннее земных на 40 минут. Это не так много, если учесть длину дня на других планетах. На Юпитере день длится всего 10 часов, тогда как один день на Венере равен 243 земным дням. Ладно, сначала приземлимся на Марсе, а уже потом будем думать о других планетах. Вы успели сделать расчеты? Если день на Марсе на 40 минут длиннее, чем на Земле, то какой длительности будет марсианский год? Готов поспорить, что ваши вычисления неверны. Вы забыли учесть важную деталь. Марс дальше от Солнца, чем Земля. Это означает, что год на Марсе длится 687 дней, почти в два раза дольше, чем год на Земле. Извините, будущие астронавты, но вы будете получать торт на день рождения раз в два года. У Красной планеты есть еще один минус. Это средняя температура минус 60 градусов Цельсия. По сравнению с ней, климат Исландии кажется тропическим. Несмотря на жесткие погодные условия, ученые считают, что когда-то на Марсе текла вода. И где есть вода, там есть жизнь. Вот почему ученые НАСА опустили крошечный марсоход в центр кратера, который, по их мнению, когда-то был озером. Здесь он имеет наибольшие шансы найти доказательства жизни. Так что насчет жизни на Марсе? Похоже, это не научная фантастика. На планете есть полярные шапки, как на Земле. И это еще не все. Ученые считают, что обнаружили снегопад на Марсе. Атмосфера Марса в 100 раз более разреженная, чем у нашей планеты. Это не свежий воздух, но и не крайне враждебная среда, как на других планетах. На Венере идет кислотный дождь, и температура достаточно высока, чтобы плавить свинец. А на Юпитере бушуют гигантские штормы, которые длятся столетия. Все это заставляет вновь влюбиться в голубую планету. И даже Исландия теперь кажется комфортнее. Возможно, вы даже захотите выучить исландский. Если у вас это получится, вы сможете понимать старонорвежский, язык викингов. И вы узнаете сотню слов для обозначения ветра. Это пригодится, поскольку скорость ветра на острове может достигать 64 км в час. На открытом воздухе вам придется держаться за забор или знак, чтобы оставаться на ногах. Климат Исландии заставит вас дважды подумать перед поездкой. Но для астронавтов, готовящихся к пребыванию на другой планете, это место идеально. Исландия поражает воображение не только своей поверхностью, но и подземным миром. Ученые могут использовать опыт проживания на этом острове для обустройства жизни на Марсе, ведь условия на поверхности Красной планеты крайне негостеприимны. Ядовитая и агрессивная почва, способная разрушить костюм астронавта. Однако условия под поверхностью кажутся лучше, и подобная модель жизни уже существует на Земле, в Исландии.
Там можно найти подземные коридоры, выжженные лавой на пути к поверхности. Эти тоннели, напоминающие лабиринты, годятся для проживания людей и, более того, обходятся дешево, ведь их уже построила для нас природа. В будущем астронавты смогут гулять по подобным лавовым тоннелям. И кто знает, возможно, однажды осторожные шаги исследователей превратятся в гигантские скачки для всего человечества. Итак, вы находитесь на корабле, когда замечаете, что вокруг начинает пениться вода. Это выглядит так, как будто рядом только что затонуло огромное судно. Вот только никаких обломков не видно. Над водой поднимается пар, и на поверхности появляются большие пузыри. Через пару минут перед вами появляется небольшой клочок земли. Он испускает пламя и лаву. В жерле вулкана испаряются миллионы литров воды. Испугавшись, вы убираетесь подальше от этого места. В течение следующих 3 лет небольшой остров, покрытый вулканами, будет медленно вырастать из воды. Каждый день он будет извергаться, выбрасывая в небо черный пепел. Когда пепел осядет, он смешается с водой и сформирует берег. Извержение продолжалось 3 года, и, наконец, к 1967 году остров Сюрцей на южном побережье Исландии был полностью сформирован. Сюрцей – один из немногих островов, вышедших из морских глубин на поверхность, но добраться сюда практически невозможно. Остров обладает уникальной экологической системой, и ученые хотят выяснить, как она будет развиваться без влияния человека. Только несколько человек со всего мира имеют разрешение на прогулку по этому острову. Следующее место издалека выглядит не очень приветливо. Это Австралия, Тасманово море. Здесь из воды торчит огромный гребень, напоминающий плавник гигантской акулы. Высота этой горы составляет 550 метров, что почти вдвое превышает высоту Эйфелевой башни. Это пирамида Бола. Она расположена в центре необитаемого вулканического острова. Сюда сложно добраться из-за скалистого ландшафта. Остров был открыт в 1788 году. Тогда он считался безжизненным, но более чем через 200 лет, в 2001 году, на остров прибыла группа ученых и нашла на нем невероятных существ. Исследователи случайно обнаружили самое редкое насекомое в мире. Достигнув острова, ученые поднялись на высоту более 30 метров и заметили кустарник. Под ним они обнаружили колонию жуков, известных как древесные омары или ходячие сосиски. Эти существа относятся к семейству палочников. Каждый жук имеет длину около 15 сантиметров, как раз длина сосиски. Нужно только добавить немного горчицы. Однако вернемся к насекомым. В тот день ученые насчитали 27 насекомых, но с тех пор их численность начала расти. Считалось, что в начале 20 века эти существа вымерли, но им каким-то образом удалось добраться до пирамиды Бола и выжить. Наша следующая остановка – Бразилия, 150 километров от центра Сан-Паулу. Вот где находится остров, до которого практически невозможно добраться. Но если вам это и удастся, вы вряд ли сможете его покинуть. Это Змеиный остров. На планете нет другого места с такой высокой концентрацией змей. По данным исследователей, там обитает около 5 змей на квадратный метр земли. Змеи являются единственными владельцами острова, потому что другие обитатели здесь просто не могут выжить. На острове обитает одна из самых ядовитых змей в мире – островной ботропс. Эти змеи достигают около 0,5 метра в длину. Их яд очень мощный и быстродействующий. Если рептилия вцепится зубами в сырой кусок мяса, то место вокруг укуса начнет таять. Представьте, что находитесь на этом острове, и змеи вас не кусают. Самое интересное, что там можно найти, это старый маяк. Он спрятан в густой листве деревьев. Давным-давно на острове жили люди. Ходят слухи, что они были на маяке, когда туда ворвались змеи. С тех пор там больше никто не живет. Как змеи появились на острове, до сих пор остается загадкой. Самая популярная легенда утверждает, что когда-то туда приплыл пират, чтобы спрятать сокровища. Затем рядом с закопанным сундуком он оставил змей. Пират надеялся, что рептилии отпугнут людей от его золотых монет и драгоценностей. С тех пор нескольким змеям удалось увеличить свою популяцию в 1000 раз. Некоторые из них, как сообщается, даже носят украшения, но этого никто еще не видел.
Даже если по какой-то причине вы бы захотели попасть на этот остров, вас остановили бы патрульные службы. Только несколько человек в специальных защитных костюмах приезжают туда для проведения научных исследований. Следующий остров находится в 27 километрах к югу от центра Мехико. До него можно легко добраться, здесь нет никаких ядовитых существ, и это место никто не охраняет. А ландшафт острова даже позволяет пришвартовать лодку. Но, скорее всего, после небольшой прогулки вам захочется поскорее покинуть это место, особенно если приехать туда ночью. По всему острову на деревьях висят куклы. У этих игрушек разная одежда, размер и лица. Можно увидеть десятки кукол почти на каждом дереве. В середине 20 века один из жителей Мехико переехал на этот остров и начал украшать его игрушками. Он собирал кукол со свалок и каналов по всему острову. Ему понадобилось несколько десятилетий, чтобы украсить каждое дерево. Поначалу это выглядело странно и интересно. На остров, чтобы на это взглянуть, приезжали тысячи туристов. Но затем куклы начали постепенно стареть и гнить. Дожди и жаркое солнце исказили их лица. Покрытые мхом, они начали принимать ужасные формы, но страшнее всего то, что некоторые люди верят, что эти куклы по ночам оживают. Представьте, что бродите в одиночестве по острову при свете луны, и вдруг замечаете куклу без одного глаза, и тут она поворачивает к вам свою голову. Скорее всего, уже через пару секунд вы запрыгнете в лодку и уплывете оттуда на всех парах. Еще одно из самых опасных и труднодоступных мест на Земле находится в водах Бенгальского залива. Это северный Сентинельский остров. Небольшой клочок Земли, который выглядит как тропический рай. Но сюда невозможно попасть по двум причинам. С 1956 года любые поездки на этот остров запрещены законом, и район постоянно патрулируют несколько кораблей. Вторая причина находится на самом острове. Представьте, что вам удалось пройти мимо патрульных катеров. Вы плывете на маленькой лодке к берегу. Вас окружает кристально чистая вода. Отчетливо видны проплывающие мимо рыбы и красивые коралловые рифы. Впереди вы видите золотистый берег и ярко-зеленые деревья, среди которых виднеются какие-то маленькие точки. Вы подходите поближе, и тут в нескольких сантиметрах от вашего лица пролетает стрела. Следующая застревает в деревянном корпусе лодки. Точки, которые вы заметили, это люди, точнее местное племя сентинельцев. Они стоят с луками, выпускают стрелы и бросают в вас копья. Они что-то кричат и размахивают руками. Вы понимаете, что они явно вам не рады и сделают все, чтобы помешать вам высадиться на их берег. Долгое время сентинельцы были изолированы от всего мира и теперь защищают свой остров от посторонних. И кажется, они ничего не боятся. Однажды на остров прилетел вертолет, и местные жители забросали его копьями и обстреляли из лука. К этому месту запрещено приближаться не только потому, что это небезопасно для туристов, но и для того, чтобы защитить местное племя от опасностей цивилизации. Люди с континента могут легко занести какую-нибудь болезнь и заразить местных жителей. У сентинельцев нет иммунитета даже от гриппа или простой простуды, не говоря уже о смартфонах. Кроме того, остров окружен коралловым рифом, и это затрудняет доступ к берегу больших судов. Несмотря на все запреты и опасность, некоторые все же пытались добраться до этого острова. В 1880 году офицер добрался до берега и выяснил, что почва там идеально подходит для выращивания кокосовых пальм. Также он обнаружил на острове несколько деревень, но не решился встретиться с местными жителями. В конце концов, он покинул это место живой. С тех пор было предпринято еще несколько попыток добраться до острова. Много раз исследователи и путешественники дарили островитянам подарки – рыбу или кокосы. Местные жители охотно принимали подарки, просили еще, но по-прежнему не позволяли иностранцам приближаться к их домам. А еще с ними трудно подружиться, потому что они разговаривают на одном из самых сложных языков в мире. Ученые и лингвисты изучают его десятилетиями. Тем не менее, в конце 20 века некоторым исследователям все-таки удалось подружиться с сентинельцами. В 1991 году островитян пригласили на борт большого корабля. Команда антропологов раздала им пакеты с кокосовыми орехами. Только несколько членов племени приняли подарки. На протяжении веков жители Сентинельского острова жили сами по себе вдали от цивилизации и не собираются ничего менять в своей жизни. Что? Отказаться от интернета, жареной еды и Фейсбука? Да вы шутите!
Самые крупные и опасные супервулканы нашей планеты просыпаются. Когда они начнут извергаться, вы обязательно это заметите, даже если живете за тысячи километров от эпицентра. Ученые опасаются, что у нас может не хватить времени, чтобы подготовиться и справиться с последствиями суперизвержения. Недалеко от итальянского Неаполя наблюдается вулканическая активность. И нет, это не имеет никакого отношения к знаменитому Везувию. Это другой вулкан. Его сложнее заметить, так как у него нет такой высокой вершины, как у Везувия. Но не дайте этому злодею обмануть вас. Он может быть гораздо опаснее своего гигантского соседа из-за его огромного кратера шириной около 13 километров. Это вулкан Кампи-Флегрей, и он один из крупнейших вулканов в Европе и расположен под городом Поцуоли. Кампи-Флегрей извергся 39 тысяч лет назад с таким мощным взрывом, что пепел разлетелся по всему Средиземноморью. Это также вызвало снижение температуры на более чем 9 градусов Цельсия по всей Восточной Европе. Это было самое крупное извержение вулкана в Европе за 200 тысяч лет. С тех пор случилось несколько более мелких извержений Кампи-Флегрея, последнее из которых произошло в 1538 году. Теперь эта местность полна небольших кратеров, горячих источников и бурлящих бассейнов. И все это свидетельствует о том, что вулкан все еще жив и что-то готовит. С начала 2000-х Земля в огромном кратере и близлежащем городке медленно поднимается примерно на 3-4 сантиметра каждый год. За последнее время вулкан пережил как минимум 150 землетрясений. В мае 2024 года в этом районе произошло землетрясение магнитудой 4,4, самое сильное за последние 40 лет. Жителям пришлось покинуть свои дома и жить в палатках на улице, опасаясь новых толчков. Никто не знает, как Кампи-Флегрей будет вести себя в ближайшие месяцы или годы, но власти организуют учения по эвакуации, чтобы на всякий случай подготовить население. Впрочем, итальянский вулкан выглядит как котенок по сравнению с настоящими гигантами, такими как Йеллоустоун. Чтобы вулкан заслужил титул супервулкана, он должен быть способен производить извержения катастрофического масштаба и выбрасывать огромное количество магмы, пепла и вулканических газов. Йеллоустоун соответствует этим критериям. Хотя йеллоустоунский супервулкан время от времени приходит в движение, он не извергался уже 640 тысяч лет. Но когда он проснется, то может извергнуться с невероятной силой, примерно такой же, какую могут произвести 10 огромных атомных электростанций. Под землей под Йеллоустоуном находится сверхгорячая область, наполненная расплавленной породой, называемой магмой. Когда все больше магмы перемещается в большое пространство, называемое магматической камерой, Земля над ней начинает подниматься. Когда магма остывает, Земля опускается. В период с 2004 по 2009 год Земля в Йеллоустоуне поднялась почти на 25 сантиметров, но затем в 2010 начала медленно опускаться. Ученые не уверены, собирается ли Йеллоустоун извергнуться в ближайшее время. Также существует другой большой вулкан под названием Лонг-Вэлли в Калифорнии, который активен с 1980 года, и он может представлять действительно большую угрозу. Ученые, изучавшие этот супервулкан, выяснили, что его подготовка до самого большого извержения 760 тысяч лет назад могла занять менее года. Это плохая новость, потому что извержение супервулкана может оказать огромное влияние на мир, как, например, извержение вулкана Тоба на Суматре около 74 тысяч лет назад. Оно стало крупнейшим вулканическим извержением, которое Земля видела за 28 миллионов лет. Извержение вулкана покрыло части Индонезии, Индии и Индийского океана толстым слоем вулканических обломков, почти как 15-сантиметровое одеяло. Количество извергнутой им породы равнялось 3 миллионам зданий Empire State Building. Огромный кратер, оставленный им, до сих пор виден из космоса. Вся зола и газы поднялись в воздух и заблокировали часть солнечного света. Это вызвало вулканическую зиму, которая длилась около 6-10 лет. Некоторые ученые считают, что это извержение могло даже повлиять на ранних людей. Примерно в то время, когда произошло извержение Тоба, численность человеческой популяции резко сократилась, и людей стало гораздо меньше. Некоторые считают, что по этой причине все современные люди происходят от небольшой группы выживших. Согласно теории катастрофы Тоба, большинство ранних людей в Европе и Азии не пережили холодный и суровый климат после извержения. Но одна группа счастливчиков пережила все это в Африке. Не все ученые согласны с этой идеей, и некоторые археологические и климатические данные свидетельствуют о другом.
Другим вулканом, сильно изменившим мир, стал вулкан Тамбора в 1815 году. Следующий, 816 год, вошел в историю как год без лета. Было холодно и дождливо, снег и морозы случались даже в середине лета, особенно в Европе и Северной Америке. Это произошло, потому что вулкан выбросил в небо большое количество сернистого газа, который распространился по всему миру и охладил планету. Извержение Тамбора вызвало огромные цунами, которые разрушили дома и унесли жизни около 10 тысяч человек. Впоследствии еще около 80 тысяч человек скончались из-за последствий, вызванных извержением во всем мире. Холодная погода погубила урожай, поэтому еда стала очень дорогой. А поскольку лошади были основным средством передвижения людей, стоимость овса, которую они ели, тоже сильно возросла. Некоторые ученые даже считают, что это привело к изобретению велосипеда в 1817 году как нового способа передвижения. Извержение сделало Землю холоднее примерно на 3 года. Несмотря на то, что извержение Тамбора было таким мощным, извержение Кракатау, другого вулкана в Индонезии, привлекло к себе больше внимания в 1883 году. Просто было проще распространять информацию о нем с помощью телеграмм и фотографий. Его финальный взрыв был самым громким в истории, и люди могли слышать его на 10% всей поверхности Земли. Извержение вызвало цунами, волны которого были высотой в половину статуи Свободы — 42,5 метра. Если бы у нас было всего 12 месяцев на подготовку к извержению супервулкана, было бы очень сложно запастись продуктами и мобилизовать силы. Но пока не стоит паниковать. Извержение супервулканов случается крайне редко, а последнее произошло 26 500 лет назад, в Новой Зеландии. Ученые считают, что супервулкан извергается в среднем раз в 100 тысяч лет. Но печальная новость заключается в том, что Земля не следует идеальному графику. Могут происходить группы супервулканических извержений с более короткими промежутками между ними, за которыми следуют более длинные периоды затишья. Поскольку за последние 100 тысяч лет уже произошло 2 супервулканических извержения, всегда есть вероятность, что одно из них произойдет снова, раньше, чем мы ожидаем. Кроме того, хотя есть такие места, как Йеллоустоун и Лонг-Вэлли, где мы ожидаем извержения вулканов, есть и менее очевидные горячие точки. В Чили есть вулкан под названием Лагуна дель Мауле, который извергался в прошлом и оставил после себя огромный кратер. В течение последних 20 лет земля там очень быстро вздымается, поднимаясь почти на 30 сантиметров в год. Некоторые люди опасаются, что это может быть признаком грядущего большого извержения, но ученые утверждают, что магмы еще не достаточно, чтобы вызвать суперизвержение. В Боливии также активизировался вулкан Утурунку. Он входит в группу вулканов, которые в прошлом вызывали суперизвержение. С 1960-х годов земля вокруг Утурунку поднимается, но последнее извержение было 250 тысяч лет назад. Несмотря на то, что магма может подниматься, это еще не повод для беспокойства. Шанс, что суперизвержение произойдет в течение нашей жизни, составляет 1 к 1400, что довольно мало, так что вам не стоит сильно беспокоиться. Впрочем, кто-то выигрывает в лотерею каждую неделю при очень маленьких шансах, так что суперизвержение может произойти когда-нибудь в будущем, и когда это случится, нам нужно быть готовыми. На нашей старой доброй планете Земля вода есть буквально везде. Не только в океанах и морях, но и в атмосфере, в земле и даже в нас самих. Она покрывает 71% поверхности нашей планеты. Похоже, нашу планету следовало бы назвать «вода», а не «земля». Но что было бы, если бы вода и суша были распределены поровну? Что если бы половина планеты стала сушей, а другая половина водой? Давайте узнаем. Прежде всего, давайте обсудим, что мы подразумеваем под словом «столько же». Несмотря на все вышесказанное, на самом деле воды на нашей планете не так уж и много. Да, если собрать ее всю в одну гигантскую каплю, то по размеру она будет чуть больше США, и все это количество воды составляло бы всего 0,02% общей массы Земли. Получается, все эти ужасающие, неисследованные океанские глубины, по сути, ничто. А теперь представьте, если бы мы изменили состав нашей планеты, выровняв объемы воды и суши. Что бы тогда произошло?
Тогда мы получили бы жуткую планету океан. Она выглядела бы как один безбрежный океан. Очень маловероятно, что вы найдете на ней хотя бы пару маленьких островов. А если бы вы их и нашли, то, скорее всего, это были бы вершины огромных подводных гор. Этот мир был бы практически непригоден для жизни. Если бы вы оказались на ее поверхности, то не смогли бы увидеть ни солнце, ни чего-либо другого на небе. Вы бы не знали, какое сейчас время суток и где именно вы находитесь. Все из-за невероятно густого тумана и облаков. Такая погода была бы постоянной. Более того, вы бы даже не поняли, где кончается туман и начинается вода. Все потому, что влажность была бы настолько высокой. Но может ли в таких условиях существовать жизнь? Может быть, в самом океане? К сожалению, это тоже маловероятно. Ведь чтобы добраться до дна этого океана, вам придется плыть вертикально вниз не несколько часов, а несколько дней. И даже после такого путешествия вы не увидите дна. Конечно, океан не был бы бездонным, но морское дно состояло бы в основном из очень твердого, непроницаемого льда. Но не такого, к которому мы привыкли. Этот лед был бы экзотическим. Существуют разные его виды, называемые льдом 5, льдом 6 и так далее. Этот лед не такой холодный, как обычный, и может не таять даже при очень высоких температурах. Почти не было бы водорослей или чего-то подобного, так что рыбам просто нечего было бы есть. Поэтому, если бы на такой планете появилась жизнь, это было бы чудом. Эта жизнь должна была бы выдержать давление более 20 тысяч земных атмосфер. Даже самые ужасающие монстры из Марианской впадины несравнимы с теми существами, которых можно встретить на этой планете-океане. Но могли бы мы, люди, жить там? Теоретически, да, но это было бы чрезвычайно сложно. Мы могли бы создать что-то вроде гигантских подводных станций, но у нас все равно будет тысяча проблем. Где брать еду и другие ресурсы, как ремонтировать вещи и так далее. Так что это был бы далеко не лучший вариант. Итак, теперь мы знаем, что планета-океан звучит не слишком привлекательно. Как насчет другого варианта? Что было бы, если бы поверхность Земли на 50% состояла из воды и на 50% из суши? Чтобы это произошло, нам нужно сократить нынешнее количество воды с 71% до 50%. В этом случае уровень моря упал бы примерно на 3 километра, и примерно четверть нашей планеты превратится в сушу. Хотя это и не кажется чем-то большим. Последствия будут катастрофическими. Да, на Земле существует 5 взаимосвязанных океанов. Атлантический, Индийский, Тихий, Южный и Северный Ледовитый. Но если мы понизим уровень моря, все эти океаны просто исчезнут. Они превратятся в отдельные замкнутые водоемы и моря. И напротив, все континенты слились бы в одну гигантскую сушу. Почти как если бы мы поменяли местами сушу и воду. И поначалу это покажется очень крутым, ведь теперь можно будет буквально обойти весь мир пешком. Однако увеличилось бы и количество земель, по которым вам придется путешествовать. Каждый континент на планете увеличится в размерах. Вся эта новая территория будет примерно равна нынешней площади Азии, Европы, Африки и Северной Америки вместе взят. Это была бы огромная масса неиспользуемого пространства. Но что мы найдем на этих новых территориях? Большинство из них были бы довольно плоскими. Но в местах, где раньше были глубокие океаны, можно было бы увидеть коридоры и расщелины. Вот еще одна интересная вещь. Большинство затонувших городов вернулись бы на поверхность. И нет, к сожалению, мы не найдем среди них Атлантиду. Но было бы много других классных мест. Например, древнеримский город Баи, который, согласно легендам, был настоящим раем на земле со всеми его роскошными виллами и садами. Или Ираклион, город, ушедший под воду тысячи лет назад и долгое время считавшийся мифом. Так что да, мы можем организовать туры в эти древние места. Но, конечно, не все в таком мире будет весело и интересно. Из-за такой сильной потери воды нарушились бы океанические течения, а это приведет к очень серьезным климатическим проблемам. Океан поглощает тепло, излучаемое солнцем. Благодаря течениям это тепло распределяется по всей Земле, что создает стабильный и приятный климат. Но если эти течения будут нарушены, то температура на Земле станет еще более экстремальной. В районе экватора будет намного жарче, а в районе северного и южного полюсов еще холоднее. Так что да, к сожалению, антарктические льды нас не спасут. Наоборот, регионы вокруг Северного и Южного полюсов полностью высохнут и превратятся в сухие, холодные пустыни.
Помимо тепла, вода также поглощает углекислый газ из воздуха. А поскольку океаны не смогут его поглощать, этот газ начнет накапливаться в атмосфере. Эти ядовитые излишки покрыли бы всю планету. Средняя температура повысится, и вся планета начнет медленно высыхать. Начались бы массовые лесные пожары. Звучит знакомо. Что еще хуже? Тушить пожары будет нечем, потому что, знаете ли, дожди не образуются из ничего. Так что да, уровень осадков упадет, и это приведет к опасным засухам. Мы получим кучу новых пустынь на всех континентах. Несмотря на обретение всех новых территорий, мы вряд ли сможем каким-то образом построить там новые города и поселки. Многие из них стали бы непригодными для жизни, не только потому, что исчезли бы многие леса и растения, но и потому, что большинство животных мигрировали бы в более приятные места. В результате нам будет очень трудно найти хоть какую-то пищу. Поэтому все живое на нашей планете, растения, животные и люди, должно будет приспособиться к новым условиям жизни. Всем пришлось бы быстро эволюционировать и привыкать к постоянной нехватке воды. Животные, например, могли бы уменьшиться в размерах из-за этого. Многие из них из-за отсутствия травы и влаги перешли бы на плотоядную диету. И, конечно, нам пришлось бы распрощаться с огромным изобилием морских обитателей. Многие рыбы исчезли бы навсегда. Человечество, скорее всего, совершит большой эволюционный скачок. Назад. Не только потому, что мы потеряли бы большое количество ресурсов и перебрались бы на новые территории, но и потому, что потеряли бы доступ к одному из самых важных источников энергии в мире. Гидроэлектростанция. Без электричества многие заводы прекратили бы работу. Очевидно, что это привело бы нас всех к масштабному кризису. Итак, нынешнее соотношение воды и земли является наилучшим из возможных вариантов. Если бы воды было слишком мало или слишком много, последствия были бы ужасными. Поэтому мы должны всеми силами защищать существующие условия. Это остров Старбак в центре Тихого океана, недалеко от французской Полинезии. Даже если название напоминает вам о кофе, фраппучино вы там не найдете. Этот остров необитаем. Он совсем крошечный, всего 9 километров с востока на запад и 3,5 километра с севера на юг. Остров настолько мал, что в Нью-Йорке могло бы уместиться 18 таких островов. Кажется, что там не может быть ничего интересного, но... Google Maps есть чем вас удивить. Недавно на TikTok появилось вирусное видео со странным объектом в форме блюдца, обнаруженным на картах Google на острове Старбак. Всего за 2 дня видео набрало более 5 миллионов просмотров. Почти через весь остров проходит длинная полоса. Это выглядит так, словно кто-то хотел затормозить, но потерпел неудачу, и это привело к крушению объекта. Может, это еще одно доказательство того, что мы не одиноки во Вселенной, и кто-то решил нас навестить? Кто-то, кто очень плохо водит. Все эти предположения очень будоражат воображение. Вот только мало кто знает, что еще в 2009 году этот необитаемый остров посетила группа исследователей. Они сняли пару видеороликов, которые были загружены в сеть. Дело в том, что раньше этот остров не был пустынным. В 19 веке остров Старбак использовался для добычи гуана, помета, птиц и летучих мышей. Да, для нас добыча помета звучит не совсем обычно, но гуана богата фосфатами, а фосфаты имеют много применений и могут быть использованы в качестве удобрений. Итак, раз на этом острове были люди, то им пришлось построить себе поселение, что они и сделали. Теперь вернемся к картам Google. Видите этот угол? Снимок со спутника можно сравнить с фотографиями и видео 2009 года. Еще одним фактом, доказывающим, что этот странный объект имеет земное происхождение, является то, что на острове есть деревья. И такие деревья обычно не растут в местности из кораллового известняка. Их определенно посадили люди. Тайна разгадана. Объект в форме блюдца — это не внеземной корабль, а то, что осталось от поселения. А в следах, которые тянутся по всему острову, тоже нет ничего необычного. Другой пользователь TikTok заявил, что видел зомби на картах Google. Давайте посмотрим, правда ли это. Во-первых, видео напугало более 1 миллиона человек, которые его посмотрели. Все начинается с вида издалека. И если увеличить масштаб, то становится понятно, что действие происходит в Финляндии.
Затем появляется надпись. Финские зрители, на помощь! Далее мы видим некачественное изображение Google Street View, и от этого кадра по спине бегут мурашки. Это похоже на массовое скопление людей, но они выглядят не совсем живыми. Изображение туманное и расплывчато. Неужели это настоящие зомби? Конечно же нет. Прежде всего давайте разберемся с надписью. Она переводится как «Художественное произведение «Безмолвные люди»» автора Рейо Келла. Этот финский танцор и хореограф задумал, чтобы его работа стала частью выступления, ну а затем она превратилась в самостоятельное произведение искусства. Забавный факт. Фигуры людей меняются два раза в год, осенью и в начале лета. Вся одежда покупается за счет пожертвований. Итак, еще один миф развенчан. Эдми 2 очка, TikTok мифы 0. А теперь взгляните на эту фотографию. Не заметили ничего странного? Верно, это трехногая девушка. Спутниковый снимок был сделан в Хорватии, но не волнуйтесь, это всего лишь проблема с картами Google. Дело в том, что технология, которую использует Google Maps, имеет любопытный алгоритм. Каждый объект фотографируется несколько раз, а затем полученные фотографии сшиваются для получения наиболее точного изображения. Обычно это работает, но иногда появляются и дополнительные детали, а иногда и дополнительные конечности, как на фотографии с этой девушкой. Да, в принципе, ей явно не было бы равных. Ничто не ускользает от всевидящего ока спутника. 20 сентября 2022 года пользователь TikTok опубликовал в приложении Google «Планета Земля» видео с самолетом под водой у берегов Круки, Таиланд, на Багамах. Теперь давайте посмотрим, правда ли это. Первое, что нужно иметь в виду, даже Google признает факт того, что их изображения могут быть результатом нескольких фотографий, спутниковых или аэрофотоснимков, сделанных в разные дни и даже в разные месяцы. Результат сшивания бывает непредсказуемым. Помните трехногую девушку? Ну да, такое разве развидишь? Как вы, возможно, уже догадались, эта фотография – результат сшивания. Район с этим самолетом был сфотографирован несколько раз в 2004 и 2005 годах. Затем он был сфотографирован 8 раз в 2015 году и пару раз позже. Наиболее вероятная причина появления этой фотографии в Google «Планета Земля» заключается в том, что это снимки 2015 года, объединенные вместе. Сетчатый питон считается самой крупной змеей в мире и может достигать в длину 6 метров. Есть запись 1912 года, в которой говорится о питоне, который достигал в длину 10 метров. Однако в Google Planet пользователи нашли еще более жуткую змею. 24 марта 2022 года на TikTok было опубликовано невероятное видео, которое набрало более 200 тысяч лайков. А представьте себе количество просмотров. На этот раз пользователь утверждал, что где-то во Франции был найден мегаскелет вымершего титана Боа. По изображению судить было трудно, но по оценкам скелет достигал в длину примерно 30 метров, и это могла быть самая длинная змея из всех когда-либо существовавших. Насколько это реально? Итак, причина номер один, почему это не змея, заключается в том, что у змей ребра очень тонкие, а на скелете они выглядят очень массивно. Еще одна любопытная особенность заключается в том, что этот скелет сделан из стали. Да, это не настоящий скелет, а потрясающая художественная инсталляция длиной 130 метров. Она называется «Морской змей». Инсталляция была создана китайским художником Хуан Юнпином, и ее можно посетить бесплатно. Самое примечательное в этой инсталляции то, что она появляется только с приливами и отливами, и поэтому это выглядит как археологические раскопки. Что ж, неплохая шутка, не правда ли? Если вы когда-нибудь поедете во Францию, то можете посетить это необыкновенное произведение искусства, которое находится в городке Сен-Бревен-Лен-Пен, недалеко от Нанта. Иногда карты Google показывают то, чего никогда не существовало. Встречайте остров Сабль. Долгое время считалось, что он находится недалеко от Новой Каледонии в восточной части Кораллового моря. Все началось в 1774 году, когда на карту его нанес капитан Джеймс Кук. Сам он его не посещал. Позже остров внесли в еще несколько карт в качестве меры предосторожности от рифов, в
то время это была стандартная практика. Кроме того, этот район все еще кишит морскими плотами из пемзы, которые остаются после извержения подводного вулкана. Таким образом, остров оставался на картах до 1974 года. Затем несколько авиакомпаний стали утверждать, что его не существует, и остров Сабль был удален из карт. Карты Google появились в 2005 году, и, как ни удивительно, на них был этот остров. Его оттуда удалили только в ноябре 2012 года. Сейчас там нет ничего, кроме черных пикселей. Но раньше там была затемненная морская область. Сегодня некоторые специалисты считают, что вся ситуация с островом была просто ловушкой авторского права, которая в свое время была популярной практикой среди картографов. Это помогало картографам защитить свою интеллектуальную собственность. А вы когда-нибудь видели что-нибудь странное на картах Google? Африка. Край уникальной дикой природы, дом для большого разнообразия культур и языков. А еще там находится самая большая в мире жаркая пустыня – Сахара. Сейчас день, и хочется воды и тени. Вы бродите по пустыне уже несколько дней, пытаясь найти один из этих драгоценных на вид оазисов. Он явно находится где-то рядом, но горизонт просто продолжает расширяться и увеличиваться. Вы устали и вам очень жарко. Это все равно, что съесть тарелку острого перца, а потом еще немного. А по поводу жары, средняя дневная температура в пустыне около 38 градусов. Неудивительно, что там такая жара, ведь это самая большая жаркая пустыня в мире. Но самые большие пустынные ландшафты находятся в Антарктиде и Арктике. Холодная ледяная пустыня Антарктиды размером примерно в миллион международных аэропортов Лос-Анджелеса. Арктическая пустыня лишь немногим меньше. Итак, на случай, если вы вдруг забыли, пустыня Сахара находится в Северной Африке и простирается от Атлантического океана до Красного моря. Она занимает площадь, на которой могут уместиться примерно 100 тысяч Диснейлендов. По мнению ученых, ее границы расширяются. Пустыня обычно образуется в субтропиках из-за так называемой ячейки Хедли. Воздух поднимается на экваторе и опускается в субтропики. Такая циркуляция воздуха оказывает высушивающий эффект, который способствует формированию пустынных ландшафтов. С 20-х годов прошлого века территория Сахары расширилась более чем на 10%. Как это происходит? Давайте начнем с самого начала. Сегодня Сахара – одно из самых негостеприимных мест на Земле. Чтобы место считалось пустыней, на него должно выпадать менее 10 сантиметров осадков в год. Из-за очень малого индекса осадков пустыни обычно являются сухими и засушливыми местами. Влажность воздуха низкая, а дневная температура может достигать 54 градусов. Из-за нехватки воды там не так много животных и растений. Но в случае с Сахарой так было не всегда. Нам трудно представить Северную Африку без тонн песка, которые мы там видим сегодня. Но около 20 тысяч лет назад Сахара была одним большим оазисом. Недавние открытия говорят о том, что тогда пустыня была зеленой. В середине 800-х немецкий исследователь, пересекавший Сахару, наткнулся на несколько картин и гравюр, оставленных художниками-кочевниками. То, что он увидел на них, совсем не походило на окружающую его действительность. Вместо засушливого пейзажа с верблюдами и пустыней, наскальные рисунки изображали животных джунглей, жирафов и бегемотов. Были даже изображения домашнего скота и стада, что кажется невозможным для современной Сахары. Художники обычно рисуют то, что видят. Поэтому эта находка очень заинтриговала немецкого исследователя. Рисунки были такими детальными, что художники, скорее всего, писали с натуры. Это наскальные изображения встречаются в северной части африканского континента от Западной Сахары до Саудовской Аравии. Геологи вскоре этим заинтересовались и нашли первые подсказки. Они смогли подтвердить, что Северная Африка когда-то и правда была намного живописнее. Они нашли доказательства в близлежащих подводных отложениях у берегов Мавритании. Отобранные образцы подводного песка и ила показали, что Сахара действительно была зеленой. Чем больше пыли сдувается с пустыни на дно океана, тем суше климат в регионе.
керны отложений показывают, что в течение влажного периода из Северной Африки поступало примерно в 2 раза меньше пыли. Этот период связан с природными циклами Земли. Обычно Земля вращается с наклоном в 23,5 градуса, но этот угол не является постоянным и со временем меняется. Наклон Земли отвечает за количество солнечного света, получаемого каждым полушарием. Это влияет на несколько экосистемных функций планеты. Во времена зеленой Сахары Земля получала от 4 до 8% больше солнечного света, чем сегодня. Когда около 20 тысяч лет назад Земля наклонилась, северное полушарие стало получать больше прямых солнечных лучей, что повлияло на уровень влажности. По мере того, как северное полушарие становилось теплее, это влияло на муссонную активность, особенно на западноафриканский муссон. Муссоны — это сильные ветры, влияющие на индекс осадков и уровень влажности. По мере того, как часть земного шара становится теплее, вверх поднимается все большее количество воздуха. Он соединяется с ветром, вытягивая влагу в атмосферу. Постепенно Северная Африка тоже стала более влажной. Из-за этого в Сахаре появились водоемы, и растительность удерживала влагу лучше, чем песок. Естественные бассейны в Сахаре были невероятно большими. Археологи нашли свидетельство существования динамично развивающихся обществ в районах, которые сейчас являются засушливыми. Похоже, древние культуры смогли в полной мере воспользоваться преимуществами африканского влажного периода. По мнению исследователей, численность населения Сахары достигла пика около 9000 лет назад. Там находят следы очагов, охотничьи орудия, рыболовные крючки и насыпи рыбьих костей. За 8 миллионов лет было более 230 зеленых периодов. Солнечная радиация меняется из-за естественных орбитальных циклов. Вот почему Земля наверняка увидит еще одну зеленую Сахару. Может быть, через тысячи лет. Но это произойдет. Так же, как Сахара станет зеленой, позже она опять превратится в пустыню. Для этого нужен лишь значительный осевой наклон и несколько лет перенастройки. Ученых заинтересовало еще одно явление. Недавние исследования показали, что за последние 90 лет территория Сахары расширилась на 10%. Это еще называют опустыниванием, то есть превращением плодородных земель в пустыню. Пустыня Сахара в настоящее время переходит в полузасушливый регион Сахель. В 50-м году его население составляло около 31 миллиона человек, а сегодня там проживает более 100 миллионов человек. Такой быстрый рост населения в значительной степени способствовал расширению Сахары. Кочевые племена стали вести оседлый образ жизни. Землю стали использовать интенсивнее, что стало причиной ослабления почвы. Продовольственный спрос привел к перенаселению, и все больше земель стало превращаться в пустыню. На количество осадков в Сахаре и Сахеле влияют естественные климатические циклы. Ученые считают, что все пустыни меняются, а не только Сахара. Их границы могут расширяться в сухую зиму и сужаться во время более влажного лета. К югу от Сахары лежит бассейн реки Чад, естественный водоем. Он служит индикатором расширения Сахары и расположен там, где Сахара продвигается на юг. Профессор Мэрилендского университета Сумант Нигам объясняет, что количество осадков во всем регионе значительно сократилось. Из-за этого во всем бассейне стало меньше воды, и даже озеро Чад высыхает. Как и Сахара, пустыня Атакама в Чили, считающаяся самой сухой в мире, также расширяется. Она расположена к северу от города Сантьяго, и ее южная граница расширяется в сторону чилийской столицы. Поскольку климат там становится все более сухим, город Сантьяго тоже может превратиться в засушливый или полузасушливый регион. Некогда плодородные долины местных рек, многие поколения которых жили за счет сельского хозяйства и животноводства, теряют доходы, ведь чилийская земля превращается в пустыню. С 2010 года в Сантьяго выпало лишь треть от среднего количества осадков. За пределами города фермеры роют ямы в поисках голубого золота, или, проще говоря, воды. Это напоминает ситуацию в регионе Сахель. Вам понравилось наше видео про Сахару? Узнали что-то новое или хотите дополнить? Расскажите нам об этом в комментариях. Вы собираете вещи и отправляетесь на самый отдаленный остров в мире. Вы в восторге от осознания того, что он будет в вашем полном распоряжении.
пункт назначения – остров Буве, самое изолированное место на Земле. На острове нет аэропорта, поэтому все, кто боится летать, могут расслабиться. Буве расположен в Атлантическом океане между Южной Африкой и Антарктидой и полностью покрыт льдом. До ближайшего населенного пункта и людей примерно 2250 километров. И хотя на острове нет ни кафе, ни театров, на нем живут тюлени, птицы и пингвины. Здесь также нет ни лесов, ни джунглей, зато можно найти мох и лишайник. Прямо сейчас вы стоите на корабле в теплой куртке и пьете горячий чай. Прошло несколько дней с тех пор, как вы покинули побережье Южной Африки. Наконец, вдалеке показался остров. Он окружен ледяными скалами, так что попасть на него будет непросто. С вертолетом было бы легче. В прежние времена это место было довольно популярным и с момента открытия имело три названия. Но даже маленький клочок земли не остается бездомным надолго, поэтому Норвегия решила его сохранить. Для острова даже сделали отдельный интернет-домен, но на нем пока нет никаких сайтов. Сейчас остров используется учеными для изучения миграции китов. Тристан-да-Кунья – небольшой вулканический остров в Атлантике. Это тоже уединенный, но здесь можно встретить поселенцев. Ближайшие соседи острова – Буэнос-Айрес в Аргентине и Кейптаун в Южной Африке. Находится более чем за 1000 километров от него. Как и в Буве, здесь нет аэропорта. Вместо этого можно сесть на корабль из Кейптауна и отправиться в 7-дневное путешествие стоимостью от 800 до 1500 долларов. Имейте в виду, что корабли ходят не ежедневно. Так что, возможно, придется ждать месяц, прежде чем вы сможете вернуться домой. Это место не перепутать ни с каким другим из-за его гигантского 2-километрового вулканического конуса, который в 60-х годах извергался. К счастью, все местные вовремя эвакуировались на соседний остров. На этом клочке земли проживает не более 280 человек, но его экономика в состоянии сама себе поддерживать. Примерно в 2000 километров южнее находится остров Святой Елены, более оживленный, потому что на нем есть аэропорт. Самолеты летают из Южной Африки раз в неделю, но пилоты должны быть специально обучены, чтобы приземляться в аэропорту на вершине горы. Эта страна меньше, чем Род-Айленд, самый маленький штат в США. Но нехватка недвижимости прекрасно восполняется его богатой историей. Здесь последние годы жизни провел Наполеон, а еще на нем обитает самая старая черепаха в мире. Население здесь не превышает 5000 человек, которые любят наслаждаться пляжем и удивительными горными пейзажами. В 1790 году группа британских и таитянских моряков достигла цепи островов в южной части Тихого океана. Они довольно основательно там застряли, но изоляция пришлась им по душе, и на одном из островов они основали поселение. Позже эти участки суши будут названы островами Питкэрн, и только один из них останется обитаемым. Население 50 человек. Здесь можно найти британцев, полинезийцев и других жителей Тихоокеанских островов. А почему бы и нет, раз все острова Питкэрн могут похвастать субтропическим климатом и богатой вулканической почвой. В 2016 году это место было названо вторым по величине морским охраняемым районом в мире. Если хотите попасть в еще одно очень интересное место, будьте готовы к длительному морскому путешествию. Для этого придется сесть на корабль, который доставляет припасы и вмещает всего 12 пассажиров. В 4000 километров от Африки в южной части Индийского океана находится остров Амстердам. Нет, столица Нидерландов здесь ни при чем. На этом отдаленном острове находится потухший вулкан, высота которого составляет около километра, а само место размером примерно с торговый центр. Здесь нет постоянных жителей, но в исследовательском центре работают около 30 ученых. Намного севернее находится норвежский архипелаг Шпицберген. Он выглядит спокойным и безмятежным, но не обманывайтесь. Это место известно как Медвежий остров, и популяция медведей там превышает человеческую. Туда можно прилететь самолетом или добраться на корабле, и в любом случае вам откроется захватывающий вид на заснеженные горы и милые красочные здания. Несмотря на любопытных медведей, люди могут поддерживать довольно комфортную жизнь. Остров является домом для многих национальностей из более чем 50 стран. Шпицберген приветствует любого, у кого есть место для жилья и работы.
Он расположен примерно в 800 километрах к северу от Норвегии в Северном Ледовитом океане. Но вопрос «где?» еще не самый сложный. Есть еще и вопрос «когда?». Если вы не любитель ночного образа жизни, отправляйтесь туда в светлую половину года и наслаждайтесь солнечным светом почти ежедневно и круглосуточно, потому что в течение второй половины года там царит полная темнота. Но еще некоторое время на острове можно будет наблюдать прекрасное северное сияние. Шпицберген считается самым северным поселением в мире, а еще на нем находится самый северный университет. Из-за вечной мерзлоты жизнь здесь весьма непростая. А это значит, что местные получают большую часть вещей на кораблях из-за границы, но это не мешает им иметь всемирное семенохранилище, в котором находится почти миллион семян со всего мира в качестве резервной копии на случай, если весь урожай вдруг пропадет. У берегов Чили живут хранители полинезийской культуры. Это почти в 4000 километров к западу от Южной Америки и почти в 2 от островов Питкэрн. Самые популярные жители острова известны во всем мире своими огромными головами. Да, эти самые головы. Более 600 из них разбросаны по всему острову Пасхи, но археологи копнули глубже и обнаружили, что под землей у голов есть туловище. Этот остров также известен как Рапа-Нуи, что означает «великий Рапа». Здесь нет белых песчаных пляжей, а удивительные пепельные скалы были образованы лавой из вулкана. Северный Сентинельский остров – настоящий рай с одной только проблемой. Сюда нельзя приезжать. Здесь живет племя туземцев, нетронутая цивилизацией, и было принято решение сохранить его таким. За последние 200 лет лишь несколько десятков человек смогли пообщаться с островитянами. Но ни к чему хорошему это никогда не приводило. Остров вычеркнут из всех маршрутов вокруг него, чтобы избежать любых контактов с местными. 10 лет назад исследователи выяснили, что на этом острове может жить от 80 до 150 человек. Но сказать точнее невозможно. Местных может быть как 15, так и более 500. Жители на острове настолько изолированы, что их соседи на близлежащих островах даже не понимают их языка. Некоторым исследователям удалось увидеть небольшие фрагменты их образа жизни. Они живут в хижинах с наклонными крышами и ямами для костра, обращенными друг к другу, и едят морепродукты и фрукты, которые растут на острове. Там нет никакой гавани, только песчаные пляжи. Жаль, что на остров совсем никак не попасть. Тувалу – молодое островное государство в западно-центральной части Тихого океана, состоящее из цепочки 9 небольших коралловых островов. Главный остров всего несколько километров в длину и временами настолько узок, что если ехать на мотоцикле с обеих сторон, вас будут захлестывать океанские волны. Довольно редко на острове встречаются машины. Местные жители в основном полинезийского происхождения и говорят на Тувалу, но с ними можно легко пообщаться и на английском. В стране есть аэропорт, но когда нет рейсов, взлетно-посадочная полоса превращается в футбольное поле и в игровую площадку. Несмотря на то, что в Тувалу не так много туристов, это место известно во всем мире своим веб-доменом .tv, арендованным у канадской телевизионной компании. Колоссальный айсберг размером больше, чем город, в середине 2021 года откололся от Антарктиды. Он в 40 раз больше Парижа и в 73 раза больше Манхэттена. Представьте, что вы проводите отпуск в маленькой хижине на побережье Южной Африки, недалеко от города Порт-Элизабет. Вы только что проснулись и вышли с чашечкой кофе на смотровую площадку. Перед вами лежит бескрайний Индийский океан, но что это? Справа на вас движется колоссальный айсберг. Высота этой мегаглыбы 90 метров, а конца и края вообще не видно. Айсберг медленно и неумолимо продолжает плыть. Если он заплывет достаточно далеко, то достигнет западного побережья Австралии. Перед ним играет стая дельфинов, как они иногда делают у носа корабля. На фоне гигантской глыбы они как крохотные пятнышки. Вы в шоке роняете чашку. Ваши глаза округляются от удивления, как будто вы попали в научно-фантастический фильм. Может, вам это просто снится? А вот и нет. Это А-76, и он вполне реален. Что теперь может случиться, остается лишь гадать. У ученых есть несколько теорий, но сначала давайте узнаем его размеры. Этот айсберг 177 километров в длину и 25 километров в ширину. Формой он напоминает палец.
Если встать на побережье Дувра и посмотреть через Ла-Манш в сторону Франции, айсберг будет почти такой же ширины. Ширина канала в самом узком месте составляет 34 километра. Значит, примерно 2/3 этого расстояния будет заполнено айсбергом, если он поплывет узкой стороной. А если он поплывет другой стороной, то все еще сможет войти в Ла-Манш, но по мере приближения к более узким точкам врежется в берега Англии и Франции, поднимется над сушей и проскользит над зелеными полями Англии. Белый лед будет отчетливо выделяться на фоне насыщенной зелени. Он проплывет мимо виноградников Франции. Это понизит температуру вокруг, превратив виноград в кристаллы желе. Он пронесется прямо рядом с шоссе, и водители будут останавливаться, чтобы понаблюдать за этим гигантом, как за гостем из другой галактики. Можно будет даже откалывать от него куски для напитков. Или заняться ледолазанием прямо на окраине Лондона. Летом это было бы удобно. Ну а давайте вернемся к тому, что произошло на самом деле, и что, по мнению ученых, будет дальше. По состоянию на начало 2022 года, А-76 является самым большим плавучим айсбергом в мире. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера-Роне в Антарктиде в середине мая 2021 года. Произошла абляция льда, откалывание с края ледника кусков льда, которые затем отделились от ледяной массы как единое целое. Если бы вы были там, то услышали бы сильный треск и гулкий звук. Глыбы льда высотой до 60 метров отрываются и падают в воду. Это вызывает огромные волны, с которыми не связываются даже самые отважные серферы. Абляция льда — явление естественное. Район, где откололся А-76, за последние десятилетия практически не изменился. Там были и еще большие куски льда, чем А-76, но этот в настоящее время является самым крупным в мире. Его заметили ученые из британской антарктической службы. Есть даже снимки того, как он вырвался на свободу, сделанные спутником Европейского космического агентства Sentinel-1A. Площадь айсберга с момента разлома составляла примерно 4320 квадратных километров. Сейчас он находится в море Уэддала в Антарктике. Это море является частью Южного океана и было названо в честь шотландского моряка Джеймса Уэддала, который прибыл сюда в 1823 году. Ученые считают, что в этом море самая чистая вода из всех морей. Представьте, что вы заглядываете в его глубины с лодки. Вид открывается невероятно. Здесь много китов и тюленей. Можно увидеть косаток, горбатых китов, малых полосатиков, морских леопардов и тюленей-крабоедов. А еще здесь встречаются пингвины Адели, доминирующий вид пингвинов в этой области. Они приспособились к суровым условиям окружающей среды, и это единственное место их обитания. Удивительное разнообразие дикой природы. И все это вы наблюдаете с палубы корабля, пока пьете еще одну чашку горячего кофе. В этих краях довольно холодно. Чтобы получить представление о том, что может случиться с А-76, ученые сравнивают его с еще более крупным айсбергом под названием А-68. Он откололся от шельфового ледника Ларсена у берегов Антарктиды в 2017 году. Было бы интересно и немного жутко представить, как он тоже плывет по Ла-Маншу. Однако А-68 заплыл в теплые моря и в 2021 году почти рассеялся. Все произошло довольно быстро, ведь некоторые айсберги плавали по 80 лет. Правда, в относительно холодных водах. Теперь все зависит от того, куда направится А-76. Спутники помогают ученым отслеживать его передвижение. Это позволило узнать, что на 148-й день айсберг раскололся на три части, которые назвали А-76А, А-76Б и А-76С. Скучные цифры, кстати, означают антарктический квадрант, где впервые заметили ледяную глыбу. Если эти части растают, уровень моря не вырастет, потому что они были частью плавучего шельфового ледника. Представьте себе кубики льда в стакане. Они уже занимают определенное место и просто превратятся в воду. Такие айсберги отличаются от ледников или ледяных покровов, встречающихся на суше, тех, которые при таянии поднимают уровень моря. Например, если бы весь антарктический ледяной покров растаял, это бы подняло уровень моря почти на 60 метров. Если вам кажется, что А-76 огромен, вам стоит узнать про айсберг, по сравнению с которым наш герой совсем маленький.
Самый большой из известных айсбергов был замечен в ноябре 1956 года в 240 километрах к западу от острова Скотта в южной части Тихого океана. Его увидели с ледокола Glacier, и его площадь составляла более 31 тысячи квадратных километров. Этот айсберг был больше, чем Бельгия. То, что случится с частями А-76, зависит от разных факторов. На это повлияют океанские течения, а также направление и скорость ветра. Обломки могут подойти к береговой линии и вмерзнуть в паковый лед. Они могут дрейфовать на мелководье и удариться о морское дно. Это называется пропахивание морского дна. Самая глубокая часть айсберга может действовать как киль лодки, зарываясь в дно океана. В таком случае огромные размеры заставляют айсберг двигаться и разрывать дно, образуя длинную борозду или выбоину. Шум при этом стоит оглушительный. Так бывает довольно часто, там, где встречается лед. Конечно, с аквалангом в таких местах лучше не нырять, хотя зрелище впечатляет. Как правило, айсберги уменьшаются из-за таяния и разрушения, меняя массу и площадь поверхности. В сочетании с ветром и океанскими течениями это затрудняет моделирование айсбергов. В общем, нам остается только ждать, чтобы узнать судьбу А-76. Но давайте вернемся к воображаемому путешествию по Ла-Маншу. Ледяной остров в 73 раза больше Манхэттена. С его гигантским ледяным пальцем, направленным в сторону Кельтского моря, упрямо плывет вперед, и его невозможно остановить. Сотни тысяч людей стекаются к берегам Англии и Франции, чтобы понаблюдать за необыкновенным зрелищем. На вершине льда счастливо играют тысячи пингвинов. Они даже машут в ответ многочисленным наблюдателям, которые их подбадривают. А дети прыгают от радости при виде самого захватывающего шоу в своей жизни. «16 сентября 23 года без предупреждения Земля начала гудеть. Низкая странная вибрация пронеслась по земной коре. Это вызвало сейсмическую тревогу по всему миру. На протяжении 9 дней подряд планета пульсировала, и ученые не имели ни малейшего представления о том, что происходит. Между тем, в Гренландии происходила катастрофа. Это было не землетрясение, это было точно известно. Это можно было определить по ритму. Поскольку мы все живем на гигантских тектонических плитах, они постоянно движутся и скользят по магме, как айсберги на воде. Иногда во время движения они могут тереться друг от друга, сталкиваться или ломаться. В любом случае, все это вызывает невероятный выброс энергии, который посылает ударные волны по Земле. Именно тогда мы чувствуем, как Земля буквально трясется. Это называется землетрясением. Вибрации, которые мы чувствуем, называются сейсмическими волнами. Сейсмометры улавливают их как пинги или грохот. При типичном землетрясении они создают множество различных частот. Это сумасшедшая, хаотичная смесь низких и высоких частот. Как если бы вы ударили по всем клавишам фортепиано. Что было странным в случае с событием в Гренландии, так это то, что сигналы были совсем не такими. Это была ровная, одночастотная вибрация, как будто какая-то древняя машина шевелилась под землей, как будто по одной клавише фортепиано били снова и снова, создавая зловещий повторяющийся звук. Оказалось, звук не был шумом от разъяренных тектонических плит. Это был феномен, который сейсмологи никогда раньше не наблюдали. Шли дни, а таинственный шум не прекращался. Вибрации повторялись каждые 90 секунд, эхом разносясь по всему миру. Поиски ответов становились все более отчаянными. Сейсмологи понятия не имели, с чем имеют дело. Им пришлось собрать огромную международную команду из 68 человек из 15 стран. Все эти ученые собирали сейсмические данные, спутниковые изображения и проводили сложные математические расчеты в течение нескольких дней. Пока они, наконец, не поняли, кто виноват. Вода. Все произошло в отдаленном пустынном районе Восточной Гренландии. Здесь полно фьордов, узких морских заливов между высокими скалами, похожих на глубокие, заполненные водой долины, окруженные возвышающимися скалами. В этой местности, окруженной зазубренными пиками и ледяными водами, воздух был неподвижен. Пейзаж, казалось, застыл во времени. Долгие годы здесь ничего не менялось, пока однажды...
Диксон-фьорде произошел колоссальный оползень. Одна из крутых гор, возвышающаяся над фьордом на высоте почти 1200 метров, рухнула. Представьте себе, как огромный кусок этой горы рушится и падает на фьорд. В результате в воду обрушился поток камней и льда. Удар был просто апокалиптическим. 25 миллионов кубометров обломков. Этого количества льда и камня хватит, чтобы заполнить 10 тысяч бассейнов олимпийского размера или 10 великих пирамид Гизы. И весь этот кошмар обрушился на воду с такой силой, что запустил в воздух цунами высотой около 110 метров, выше, чем Статуя Свободы. Самое удивительное, что эта невероятно мощная волна оказалась зажата в фьорде узкими скалами и не могла выбраться наружу. Это похоже на плескание воды в закрытой ванне. В течение 9 дней мега-цунами продолжало бушевать. Вот почему мы слышали этот бесконечный гул. Это было ритмичное движение воды, которое ударяло о стены. Волны проникали глубоко в земную кору, вибрации были настолько сильными, что их зафиксировали сейсмометры по всему миру. Это было явление настолько редкое, настолько беспрецедентное, что ученые оказались ошеломлены. Оказалось, что это был идеальный шторм стихий. Ледник, ослабленный многолетним потеплением, больше не мог выдерживать вес возвышающейся над ним горы. Этот обвал был неизбежен, и хаос буквально потряс землю до основания. А ведь в этом районе часто проводят время люди. Мимо проплывают круизные лайнеры. Нам повезло, что в результате катастрофы никто не погиб. Правда, не обошлось без жертв. Туристический круизный лайнер, севший на мель в этом районе всего за 2 дня до этого, по счастливой случайности избежал удара цунами. Но это не значит, что потерь не было. Волны разрушили близлежащую стоянку инуитов, которая оставалась нетронутой более 200 лет. Они также разрушили хижины на исследовательской станции, которая находилась на расстоянии около 70 километров. Вибрации преодолели расстояние от Гренландии до Южного полюса менее чем за час. Это показывает, насколько опасными могут быть подобные события. И это не единственное место, где происходят подобные катастрофы. В прекрасном калифорнийском поселке Ранчо Палос Вердес земля движется так быстро, что разрывает дома на части. Земля здесь всегда была нестабильной. У поселка уникальная геология, он построен на мягкой, богатой глиной почве и находится на линии геологического разлома, что делает ее подверженной оползням. Это означает, что земля подвержена медленному естественному движению в течение многих лет, даже когда не происходит никаких сумасшедших погодных явлений. Это наблюдается на протяжении десятилетий, но обычно происходит медленно и вполне управляемо, около 30 сантиметров в год. Представьте, что дерево, с которым вы играли в детстве, по мере вашего взросления сдвигается на 6 метров влево. В течение десятилетий жители приспосабливались к этому. Они строили свои дома на регулируемых балках. Это помогало домам двигаться вместе с землей. И эта стратегия работала довольно успешно до сих пор. В последнее время ситуация в общине становится все хуже и хуже. Теперь земля смещается на 30 сантиметров за неделю. Это все равно, что если бы одно и то же дерево из вашего детства сдвинулось почти на 300 метров. В последние 2 года усилились дожди. Погода начала ухудшаться. Это увеличило содержание воды в почве. Земля стала более тяжелой и склонной к быстрому движению. Теперь это когда-то идиллическое побережье превратилось в зону бедствия. В шкафах, садах и на дорогах появились трещины, которые с каждым днем становятся все больше. Улицы, которые когда-то были ровными, теперь изгибаются и искривляются, а дороги превращаются в сумасшедший парк развлечений. Дома, некогда прочные, вырываются из фундамента, некоторые из них разрываются пополам. Входная дверь одного из домов оторвалась от земли на 2,5 метра. Целые районы погрузились в хаос. Коммунальные компании были вынуждены отключить газ и электричество на неопределенный срок, чтобы предотвратить возможные катастрофы. Больше всего пострадал прибрежный район Portuguese Bend, жители которого живут на краю, в буквальном смысле слова. Здесь всегда были потрясающие виды на океан и прохладный морской бриз, а по усаженным деревьями улицам бродили лошади и павлины. Ну а теперь здесь словно произошло землетрясение, только земля не собирается останавливаться.
Для многих это место кажется раем, при условии, что Земля перестанет двигаться. Поэтому местные жители не сдаются. Некоторым из них пришлось уехать, но многие намерены остаться и бороться, несмотря на разрушения. Но им все равно приходится вкладывать сотни тысяч долларов, чтобы спасти свое имущество. Люди установили генераторы, чтобы оставаться со светом, и создали канализационные системы и насосы для отвода грунтовых вод, вызывающих оползни. Некоторые говорят, что единственным способом выжить для этих районов может стать полное отключение от электросети, установки аккумуляторных стен для хранения энергии и подобного оборудования. Люди изо всех сил пытаются запустить канализационную систему от генераторов. Они надеются, что им удастся избавиться от воды в почве, которая и вызывает эти адские оползни. Они полны решимости бороться, но для этого им понадобится помощь и поддержка правительства. Оползни встречаются в США гораздо чаще, чем многие думают. И новые карты показывают, что множество людей в стране могут оказаться в опасности. Ученым удалось создать первую очень детализированную карту, которая показывает, где могут произойти оползни. Она основана на огромном количестве данных и истории 1 миллиона предыдущих оползней. Говорят, что почти 44% территории Соединенных Штатов подвержены риску возникновения оползней, что может привести к ужасным катастрофам. К счастью, теперь об этом знают и жители, и инженеры. Но все это показывает, насколько мы уязвимы перед стихийными бедствиями и насколько важно всегда быть начеку.